О, микро вырублен. Заебись, блядь. А Джерри просто разговаривал. Бля, последний раз на себя нормальным смотрю человеком. Я подумала, это коктейль хотел бы... Маша, ты помнишь про... Смотри, кстати, ты видела, Дима Баленсиага одевал? А что такое модный? М? Что такое модный? Этот, ты знаешь про мой спор, да, со злым? Что, 700 тысяч наберет? Да. Да. А если не набирает, то... Если набирает, типа, если набирает миллион, то он мне 100 тысяч. Если набирает до миллиона, то с меня 100 тысяч. Пердит микро, говорят. Мы не трогали микро. Я трогала, ладно. Я его просто подняла и берегу. Лол. Алло-лол. 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 Хорошо все? Не. Нормально слышно? Нормально слышно? Ну, это мне 10 минут надо ждать. Так, ты говорила, тебе на полный лучше включить? Да, давай на полный. Так будет лучше видно. Сейчас, да, хорошо, сейчас только одну секунду. А ты будешь пока, можешь приготавливаться? Или так вот мы можешь... вместе приготавливаться. А, да? Да, я не знаю. Блин, что-то обосранное немножко. Так. Крашусь в синий с Индианычем и Машей. Бля, Индианыч это такой долбоёб, это просто пиздец. Он уже рассказывает, что у него аллергия. Он говорит, я хочу позвонить своему доктору. А говорит, я сейчас позвоню своему доктору и спрошу, у меня возможны противопоказания какие-то. Ой, чел, это... А еще я забыл дома выключить чайник. Дома забыл выключить чайник. Такой пиздобол, блядь. Пишите, Индианыч, пиздобол просто нахуй. Реально чайник забыл выключить. Да, блядь, забыл выключить чайник. Не забудь чат вывести только. А чат же вот. Бля, ну, кстати, уебищно. Попухай. Ой, спасибо за хайповоз. Эрч продлевает подаренную подписку, подаренную анониму. Вау, дэм, брут, и просто инсейнич. Да. А тот экран, чат, и все. Чат на этот экран? Да. А удобно да. будет? Да. Вот такой можно сделать чат огромный. Ребят, короче, давайте мы сейчас покрасимся. Завтра красится злой. Предлагайте всем покраситься. Предлагайте вообще просто всем покраситься. Стой, ты меня будешь красить в синий или в розовый инструмент? Я не знаю. Мне вообще похуй. Ну, типа, зная мои способности, я могу в любой. Ты меня красить вообще? Да, вообще легко мне вообще. Ну, типа, я в этом плане шарю, поэтому я даже не переживаю. Ну? Я вообще учился на покрасничке. Ну? На покрасничке. Я краситель. Краситель? Ку-ку-ку-ку-ку. Чё за часы? Это мне Маша подарила. А, блин, а я не запостил, да, до сих пор? Дизель, вот такие часы, смотрите. Я думал, бензиновые. Мне что-то Симпл написал. Симпл тоже хочет покраситься? Этот. Я слово Симпла спиздил. Не, Симпла таких нету. Симпла, блядь. Вот эти нахуй. Как их, блядь, вот эти? Роликсы, бля, хуёликсы там. А мы как. Какая у нас готовность? Смотри. Нулевая, да? Да. Мы начинаем все с. Бля. С самого начала. Я не знаю. Надо открыть сообщение. Я не помню, какие там пропорции. Пропорции? Да. На. Блять, насколько я буду как уебан выглядеть, это просто пиздец. Ты погнали? Ой, блять. Что мне нужно? Вот это слушать? Да, включай. И слушай тоже, чтобы, ну... Тебя... Короче, смотри. Да. Банка с порошком размешивается с окислителем, на котором написано 6%. Белая баночка из-под тоника.
Один к двум. Чат, слушайте. Одна порция порошка и две порции... Остановить? Да. Что она сказала первое? Белое из чего? С порошком размешивается с окислителем, на котором написано 6%. Где он? Слушай, как-то... Блядь, слушай, по-моему, по гайду делается это хуёво. Кого ты слушаешь? Смотри, вот это взял... Моё почти. Нет, подожди, нет. Я на лысо потерикса нечего красить. Ты перести вообще с экрана. Подожди, блядь. Я сейчас сделаю грязюку, давай свои волосы. Нет, подожди. Нет, это неправильно. Кто сказал? Я маляр. Так, еще раз. Что мы делаем? Он размешивается с окислителем, на котором написано 6%. Белая баночка из-под тоника. Белая баночка из-под тоника. 6%. Вот. И порошок. Смотри. Ну, смотри, блядь. Показывай. А, дальше. Там пропорции. Смотри, банка с порошком размешивается с окислителем, на котором написано 6%. Тихо. Белая баночка из-под тоника. Ну. Один к двум. Ну? Одна порция порошка и две порции жидкости. Халява. Если у вас есть весы, круто, вы сможете поделить. Если не сможете поделить, то берете просто порошок, делите на две кучки одинаковые. Угу. И жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на, ну, пополам, потому что там две порции. Две пополам и там пополам. А куда нам это выставить? Тарелку надо. Я думаю, с порошком не справимся. Стой, да. Смотри, просто мы сейчас высыпаем вот эту. Хорошо, блядь. Половину, смотри, у нас столько. Давай, похуярь. Карточку дать? Рейд? От кого? Ой, тут ветер дует. Ты что, ебанулась? Какой ветер, блядь, мы в квартире, блядь. Че, ебанулась, нахуй? А я даже не покажу. Она, короче, просто обхуярила меня в пепле и говорит, тут ветер дует. Кто мне зарейдил? Спасибо большое. Этого немного? А че у тебя... Кто меня зарейдил? Фу, не могу, он так воняет. Блядь, ты мне... Половина? Да, половина вроде. Пиздец. Да что? Спасибо большое за рейд. От Скилзора? Какой Скилзора, блядь? Он такое время уже спит, нахуй. Ты что, ты в наушниках слушаешь? Да. Ничего, кстати. Подожди, сейчас дабстеп включу. Макавелли год. Это я его всегда слушаю. Все, пошло. Хорошо. Надо половинку. Давай, половинку, блядь. Это я в этом мастер. Половинку бутылки. Половинку бутылки, блядь. Это значит, чтобы там осталось еще одна вторая. Давай. Правильно же, половину того, половину того. Да. Ну, наверное. Правильно. 6%. А как ты поймешь, что ты половину сделала? На свет просвети бутылку. Да нет, да тут все. Просвети бутылку. Я как должна? На свету. Просвети да бутылку. Бутылку просвети. От Крис Вейв, Рейд? Крис Вейв, спасибо огромное. А чем мы будем размешивать? Спасибо, Крис. Спасибо, Крис. А что, Скилзор крыса, что ли, блядь? Рейд себе этот припас. Этот, блядь, как его? Припас. Падла, блядь. Ветер, говорит, дует. Крути. Как это размешать? А, дальше гайд. Ложкой. Нет. Вот так мешай. Так другой стороной щеточкой. Какой щеточкой ты, долбоеб? Мешай, все правильно. Щеточкой, говорит, мешай. Слушай, мне кажется, она в какую-то... А что это должно быть? Это кекс должен быть. А что это должно быть? Ну, примерно. Я не знаю. Подожди, давай послушаем. Пизда моя волоса. Две порции. Но пропорции, там, количество порошка и количество жидкости... Ну, спасибо один за неизменность. Как игнорил, так и игноришь. Спасибо большое. А мне не видно. Один к двум. Один к двум. И что это значит? Знаешь, что надо один к двум. Ну, порошок один. Знаешь, да, порошка одного, а этого два. Значит, надо в два раза больше, чем порошка, вот это вот хуйни. Так это нереально сделать. Я уже намешала здесь очень много. Блин, это сложно. Одна порция порошка и две порции жидкости. Так. Если у вас есть весы, круто. Тихо, подожди. Сможете поделить. Если не сможете поделить, то берете просто порошок, делите на две кучки. На две кучки. И жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на две, кучки. Пополам. Пополам. Две порции. Но пропорции, там, количество порошка и количество жидкости один к двум. Понятно? Все. Понятно? Не очень. Один к двум. Я понимаю, что один к двум. У нас проблема. Да.
Какая? У нас тут половина и этого половина. Угу. Короче, мы надо... А, надо, чтобы это целая была, да? А у нас что, еще одна есть? Нет, смотри, если у нас здесь половина, значит, эта хуйня должна быть целая, да? Так подожди. Ну, если один к двум, пол банки порошка и целая тогда такая. Не. Так, а еще есть 6%? Нет, так это хватит на двоих. Тут она будет сейчас даже за края, мне кажется. Так, а порошок? Она сказала порошок разделить на две половины. Я не понимаю, когда она очень сложно объяснила. Подожди. Порошком размешивается с окислителем, на котором написано 6%, белая баночка из-под тоника. Один к двум. Одна порция порошка и две порции жидкости. Так. Если у вас есть весы, круто. Вы нет весов, блядь! Можете поделить, то берете просто всю порошок, бутылку, половину порошка, делите все на две кучки одинаковые. Тихо. И жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на, ну, пополам, потому что там две порции. Но пропорции, там количество порошка и количество жидкости... Один к двум. Понятно? Все. И мажете сразу на все волосы и держите до часу. Это безымячная пудра, она должна не сильно печь. Она не осветлит вас до белого, вы будете желтого цвета. Но этот синий, который я дала тоже туда, он этот желтый перекроет. То есть вы выдерживаете до часу порошок, потом вы его смываете шампунем. Хорошенечко, тщательно смываете пару раз. Потом после этого вы высыхаете. Ты где-то полбутылки. Че ты? Походу после стрима Вадя лысый нахуй будет. Ну, блядь, желтые будут. По-моему, все пишут, что... Короче, целая бутылка этого и половина вот этого. Давай по чату, короче, она нихуя не выкупает. Правильно, да? Чат шарит. Две порции жидкости, ебаш. Пол вот этого и целую вот эту. Ебаш. Короче, у меня там чайник кипит, блядь, до свидания. Да? Да, ебаш, похуй. Да, не, они пишут по-разному. Да, ебаш, да, похуй, да. Похуй, ебаш. Они хотят, чтобы у нас волосы погорели все, ебеням собачьим. А у нас есть это, с это, вжж, блядь. Да все, хватит, ты уже вылила всю бутылку. Кого, я еще много. Кого, ебать, бутылку уже горит, он сгорит. Блин, я чуть не уронила эту. Диана, покажи свою притёку. Нормальная прическа. Короче, вопрос, смотри. Порошок нужно разделить на двоих. Это в принципе нормально, потому что, ну, хуя в одного порошок один хуярить. Порошок делим на двоих. И жидкость делим на двоих. Но... У нас уже, по-моему, получается более-менее адекватная консистенция. Ну тогда похуй, блядь. Я, если что, впервые в жизни офигела. Вообще похуй. Я ни разу в жизни... Вообще не похуй. Мне еще стримить после этого надо будет в городе, блядь, но у меня люди будут смотреть. Мы сегодня искали шапку мне, блядь. Слушай, а если комочки, это пойдет? Вообще пойдет, блядь. Я в детстве, блядь, манную кашу с комочками хуярил, вообще похуй. Фу, блядь, я их выплёвывал. Мажор ебаный, блядь. Мажорище, сука, ебучее, блядь. А еще ты... и скажи, блядь, что еще ты нахуй... Скажи, что ты пленку ел. Еще, блядь, я скажи, что ты нахуй в хлеб с сахаром масло добавлял, блядь. Что? Хлеб, вода, сахар. Вода? Какая вода, блядь? Хлеб чтобы... с водой? Ты что, хлеб с водой ел? Алло, хлеб, водички полить и сахар сверху, чтобы сахар держался. Алло, ебать, оно же будет сыпаться. Боже, блядь, я забыл, что вам по 12, охуеть, вау. Ты мне старше на 2. Вау. Поёб, масло берешь сливочное и сверху масло. Масло сливочное. Откуда, блядь, у меня масло сливочное? Всё, тихо, надо я работать. В холодильнике. Нет в холодильнике. Короче. Мне надо пиздец. Взять, на. Не, нахуй. Быть милко. Пизда мне, короче, сейчас. Все, сейчас будут хуярить. Мне вообще похуй, если честно. Иначе. Что? Там чел написал, слышишь? Расшифровал. Бля, тетка видео сказала, что бутылки на две порции. И порошка тоже на две порции. Так... Да, так я и говорю, что надо было там половину и там половину. Understand, man! Стоп, understand! Стоп! Половина того и пол... Это логично. Ты смотри, домой? Рассказываю. Смотри, два человека. Ты ей сказал, что нас два. Я сказал, конечно, долбоёб. Я ей говорю, нас двое. Она сделала порошка на двоих. Что значит один к двум? Примерно, что типа порошка должно быть столько, а жидкость...
Короче, я тебе так скажу, блядь. Вот честно, нахуй, моё похуй. Понял, блядь? Хватит жрать, блядь. Сколько ты уже весишь, кстати? 115, по-моему, да, дед? 98. Ладно, удастся. Да, 80. Какие 8? Че ты пиздоболь? Пойдем, на. Пойдем, на весы, блядь. Стоп! Пошли на весы. Пойдем. А что это? Это выбросит, но не так. 80 чел весит. Кому ты пиздишь? Подожди, блядь. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Нормально. А кто там будет? Так, подожди, подожди. Подожди, зритель. Зритель, откуда взялся? Он, короче, пошел проверять, насколько Дианыч не врет. Сказал, что сфоткает. И чё? Знаешь, какой 80? Какой? 89. Тебе не жалко этот коврик, если не морается? Не, мне Саша Симпл обещал новый. Я мужик, блядь, должна быть балумба огромная. Должен быть, не должен быть. Вот спичка. Сейчас садимся. А мне надо что-то, где будет стоять кран. Маша говорит, выключи музыку. Что за музыка? Мне надо, чтобы на чём-то стояло. Кто? Краска. Краска, принести еще один стульчик. Ну, мне было лучше, вот если ты вот это освободишь, было бы... Не получится, там свет держится. А свет, кстати. Но света нет. Света нет. Не света. Света, присоедини. Света, блядь, не пришла нахуй. Слушай, а что-то сейчас уже начало очку подпекать. А, она растет! Ебать! Она трансформируется, блядь! Она опухает. Как веном! О, она горячая. Все, пизда. Сейчас будет пожар. Блять, нахуй я это больше пришел. Сейчас будет пожар. Пойдем отсюда. Она горит. Сейчас дом сгорит. Слушай, а еще не поздно позвать Лею? Уже поздно, блядь. А она может в Дискорд зайти, слышишь? О, давай. Давай, сейчас. Пододвигай. Лея, Лея. Ой, блядь, у меня еще хрустнула шея, блядь. Слышите, умник дома покрасит. Стоп. Дом умник. А она в чате, там розовенький микс на букву L. Я не знаю. Лея, Лея, зайди в Дискорд. Сейчас я сделаю. Так, Лея. Отходи. Лея. Тут срочно нам пизда. Микстура. Она растет. Горячая. У нас дом горит. Алло, здравствуйте. Нужны пожарные. У нас микстура горит. Блять. Ебать, она горькая. Аккуратно. Ставь сюда, не надо на коврик мой. Блин, надо Сашу попросить, чтобы мне коврик Симпл подарил. Нет, он что, долбоёб? Есть два стула, на какой сядет. Так. Лей нет в Дискорде. Я в Дискорд зашел, стрим 2, сижу с замученным злым. Так, у нее, возможно, нет доступа. У нее есть доступ. У нее есть доступ. Лея! Давай уже наноси. Ладно, давай, похуй. Мне вообще похуй. А что может быть, если мы неправильно сделали? Что может быть, если... Текстура неправильная. Это чьё? Это чьё? Это, блядь, моё. Это... Убери вот туда, справа. Куда угодно. Лучше. Так, мы готовы? Есть только... Она в АФК, блядь! Как это в АФК? У неё же есть... Так а чё она в АФК, если у неё стример второй левел? Ну, ладно, Friends 2.0. В какой комнате сижу? Стрим 2. Алло? Алло? Мне тоже надо. Алло? Все, перекинул, да?
Все, я тут. Здорово! Здорово. Что у вас проблемы? У нас она растет. Не, проблем никаких нету. Просто она растет, она блядь. Что это за хуйня? Почему? Ну, мешайте, мешайте, перемешивайте, мешайте. Мешай, говорит. Зачем? А что мешать? Зачем мешать? Так оно же смешаться должно. Вы окислитель с порошком смешали? Да. А говорит, что оно должно смешаться. Ну, так перемешать надо. Так оно смешалось уже, пиздец. Одно целое. Ну, так мазать надо. Как только вы смешали, сразу мазать надо. Как только смешали, надо мазать сразу. Ебать, быстро, пересядь туда, быстрее. Потому накинь, что... Накинь, быстрее. Потому что там давай. Идет реакция. Вот, на наушники. Быстрее. Нет. Алло, как слышно? Нормально, начинай мазать, на. Так уже поздно, раз. Сгорело, на. Как слышно, Лео, как уже дым идет, блядь. В смысле, слышно хорошо? Носка-то горит, блядь. Два наряда, нахуй. Надо было сразу, как только смешали, перемешали, сразу наносим. Аня, стоп, Аня, ладно. Да все, я сделала, тише. Блять, надеюсь, не, у меня не эти кричите. Иконы, блядь, спасут. Блять, что-то сломалось, нахуй. Так, нормально, блядь, все. Зачем я пришел сюда? Не слышу. Так, не слышу. Подожди. Алло. Так это получается не тебя красить? Меня и Индианыча. Мы два синих. А, будем. Только его первого, а, ну. Нет, понятно. Двоих сразу. Давай, наноси. Надо уже сразу наносить. Так а мне наноси, зачем я делаю тут? Не слышу, понтану. Не слышу. А где была расчёска? Вот она, ёбаный. Заноси. Наноси. Можно мне первым? А что может случиться? Вы хоть по пропорциям правильно смешали? Говорю, вы по пропорциям правильно смешали? Нихуя я, блядь, поместился в эту хуйню. А как вообще наносить? Да не переживай. Алло, Лея, как наносить? Смотри, вам давали два окислителя или один? Что? Вам давали два окислителя или один? Два. Ты какой смешала сейчас? Шестерку. Наноси на длину, корень не трогай. Как это? Да, вот так, тройка для корней. Это только на длину. То есть где-то сантиметра полтора отступай а от корня. Я всё нанесу? Нет, ты ему все пожжешь. Ну если она тебе дала два окислителя. Может быть это для краски второй? Нет. Нет. Короче, всем пока. То, что тебе дали, это прямой пигмент. Там окислитель никакой не нужен. Давай. Полтора сантиметра на глаз, блядь, вот так. Ну, полтора сантиметра, сантиметр. Но это приблизительно. Боже, толщина пальца, хорошо? Толщина пальца. Толщина пальца, блядь. Я просто буду делить. Стоп, так это надо еще одно смешать потом. А, да, потом сразу же мешаешь другое. Короче, я не знаю, я просто мажу то, что... Короче, тестим на вас. Да давай ты справишься, да. Так, все, успокойся. Успокойся, делай то, что я тебе говорю. Нет, успокойся. В смысле? Да прямо. Уже поздно будет, какая разница? Да я пока доеду, это будет, я не знаю, мне ехать, наверное, минут 40. Да я не могу, ну не уже. То есть толщина пальца. Где-то толщина пальца. Стоп, поняла? А если. А вот тут короткие волосы как? Ну, все равно в любом случае отступаешь а эти немного. Каким надо мазать? Вот этим или другим? А эти те же самые нужно мазать, типа шестеркой длину нужно мазать. А корень там, где покороче волосы, там, где совсем короткие у него, типа там, где затылок. Ты же понимаешь, что я не буду сейчас. Там, где совсем короткий затылок, там, знаешь, вот этот ближе к шее, там уже сразу тройка будешь мазать, а пока что шестерку. Укройте, пожалуйста, Вадю. Потому что если капнет на кофту, то кафте писец. Как подойти? Подожди. Не-не-не, я Вадиму говорю. Сразу маж, это нельзя, вот типа если ты мажешь для осветления, нельзя медлить, это сразу надо делать. Или пойти в салон нормально. Маш, давай, Маша, давай маж. Я пытаюсь. Рукой можешь придерживать, отделила, у тебя расческа есть, прочесывай, прочесала. Только они короткие, как отделять. Ну да, да, все равно. Прочесала немножко. Всё. Давай, потому что не надо ждать, это надо сразу делать, Маш, не останавливайся. Ну, Маш в смысле не Маша, а Маш, ну, в смысле Мажа, ну, в смысле, ну, Маш, ну, Жи там в конце. Надо мазать и побыстрее, давай, быстренько так, руками, раз, два, три, хопа, прочесала расческой. Отделила и вниз. Только корень не Маш. Я стараюсь, но оно попадает. Пизда. Давай. А что, будешь себе корень намажу? Ну,
смотря сколько держать, но вообще-то высокий процент. Он больше на длину, и для того, чтобы было более щадящее, на корень. Да ничего. Ну смотри, в самом худшем случае отпадут. Что? В самом худшем случае отпадут. А, не страшно. Не страшно. Блин, мне кажется, надо было не Ваде первым красить. Ну так, на всякий случай. В смысле кожа сожжется? Ну, будет жечь. Будет жечь. Оно очень вонючее, да? Я согласна. Так, смотри, сделала пробор. Смотри, сделала пробор, намазала сверху, намазала и снизу. Типа по одну сторону пробора и по другую сторону. Вот ты сейчас сверху мажешь, а теперь еще и снизу помажь. Поняла? Ой, слушай, я плохо промешала. Почему сгнили волосы? Ты что? Пиздец, Маш. Маш. Смотри, а там не Да, это слишком много отделило, это слишком много, ты так все не промажешь. Надо там отделять, я не знаю, это, ну, сантиметр, 5 миллиметров отделила, прокрасила. Маш! Сейчас просто надо будет вызывать бригаду скорой помощи. Точно скоро, может быть, ты все-таки будешь выезжать? Лена. Ну, так ты уже начала мазать, это ему сейчас 100% тогда быстро голову смывать, Лена. Потому что она уже на голове. Лена, сколько тебе ехать нам? Минут 40. Сколько, блядь? Так, нет, минут 40. Ты что, блядь, в другом городе живешь? А, ну почти. Так похуй, пусть капает. Пиздец. А ты не туториалы не смотрела перед этим никаких, не? Да похуй, туториалы. Я? Кого да. смотрела? Туториалы ну, туториал, там видосы, как его. Это делается. Я ни разу ничего не смотрела, я просто решила сразу начать. Ага, ага. А чё ты не мажешь? Ты уже разделила, почему ты там не мажешь? Ты же разделила, так намазывай. В смысле? Я вот намазала же. Нет, где? Я не вижу, чтобы голова должна быть вообще белая. Так понимаешь? Да, да, ну корни не мажешь, ну типа волос-то белое, вообще белый. А ну, много надо вот этой хуйни. Ну, так надо, чтобы много было. Много, чтобы было. Давай хуя. Не, ну ты видишь, сколько у тебя? Давай. На Джерри. Нет, давай, Джерри, нюхай. А чем помогать? Руками. Бери перчатки. А есть перчатки? Да. Где? Вон, на столе. А есть чем мазать ему? Подожди, а обратную сторону, что ты не покрасила? У тебя ж на обратной стороне тоже было. Что ты там не покрасила? Так, смотри, делаешь проборчик, да, и теперь прокрашивай то, что ты уже покрасила. Поняла? Вот это то, что ты прокрасила и прочесала, сейчас тоже промажь. Маша, что ты так медленно? Давай быстрее! Да не медлекаю! Ебаная перчатка, сука. И я ту сторону, поняла. Ту, которую ты прочесала наверх, тоже должна промазать. Я поняла. Да. Сейчас я это все расчешу. Да, вот так вот. Все, примерно поняла. Смотри, вон оно все белое. Да, но ты внутри не промазала, ты только сверху промазала. Тебе так все надо промазать. Чтобы у тебя все-все было промазано. А то там, где ты не промажешь, у него останется свой цвет, поняла? И там уже не будет синее. То есть он будет такой плешивый. Так мы этого и пытаемся добиться. Будет, знаешь, такой синий камуфляж. Блин, ну я тебе кожу не мажу. Не переживай, Маша, я тебя все равно. Машу или мазу? Ухуй вообще. Я уже понял, что мне пизда. Это ж надо такое имя, да, так четко подходит. Блин, у меня очки свалят. Маш, Маш. Это пошло не по плану, правда, Вадя? Все проще, Индианыч, если тебе хоть немного средства попадет на кофту, то кофта пипец будет белая. Понял? Да похуй, я всегда так. Я не слышу. Я с такими тебя. Проблемами каждую ночь сталкиваюсь. Я понимаю, что Маш, размер просто. А? Вадя не картина, можно пожестче и побыстрее. Вадя не картина, можно пожестче и побыстрее. Давай, махни. Ваня, как, смотри, ну, понимаешь, он как забор. Так нет, это не все. Оно все должно быть, понимаешь? Там должно так прям густо быть, понимаешь? Густо.
Нет, ты почти все, что там в той миске, должна вымазать на него, понимаешь? Должна вымазать. Подожди. Оно все равно до низу не доходит, я только вверх мажу. А вдруг ты корни задеваешь? Я не задену тут вообще никак. Слушай, а когда я сейчас его корни потрогаю? Я только вот сверху. Давай. Он задел корень, не почувствовал сейчас. Он задел голову мне. Не пизди, давай. Маш ты, блядь, мне по голове просто мат. Иди нахуй, блядь. Маш, иди сюда! Время, блядь! Маш, да! Время, блядь! Маш, сука! Надо быстрее работать! Маша, быстрее, пизда! Не дает! Блин, идеально! Иди нахуй! Маш! В четыре руки, пипец! Блядь, там малюешь нахуй фломастером, блядь! Возьми нормально! Джерри! Знаешь что, Индианыч, ты еще можешь... Тихо! Ты еще можешь массировать, понимаешь? Вот возьми прядь в это, ну вот саму длину возьми и помассируй, поняла, чтобы оно распределилось, ну типа большими пальцами. Но я это сейчас показываю, если ты сейчас увидишь на моем стриме, можешь глянуть, я тебе показываю движение пальцами, я не знаю, как это объяснить. Короче, большими пальцами берешь, хватаешь. Вообще все белое, куда ее еще? Оно не вообще все белое. Надо все вот то намазать. А что происходит? Ну почти все, да. Подожди, ну по максимуму. Покажи. Как я покажу? Это мало, это мало, блядь, я видел даже видео, там все белое, блядь. Ладно. Вообще да, все это белое. Мало. Давай держу, блядь. Джерри, там кто? Кто там? Кто там? Ты чат убрал, зачем ты открыл Дискорд? И смотри. И смотри. Понятное дело, я профессионал. Вот ту вот сторону, которую ты сейчас чешешь, сторону, которую она сейчас чешет, я не знаю, это правая у тебя рука, со стороны, где Индианыч, там надо, чтобы она еще больше помазала. Больше промажь сторону? Да, там, где Индианыч. Да. С той стороны, где Индианыч. Я просто не знаю, где это, справа или лево. Все корни залили мне, по-любому. Нет, у тебя корни все целые. Да все нормально. А я его вниз не трогаю, вниз. Не, смотри, Индианыч гладит головку просто сверху, а надо внутри, понимаешь? Я не знаю, как это объяснить. Как ты делаешь? А что? Я его оставил, там уже нет пальца. Тебе сверху это выглядит так, но внутри оно нет. Не пизди, бургеркинг. Но оно будет печь в любом случае, Вадя, это потерпеть. Это надо потерпеть, да. Это они до корней достали. Ай, блядь, не можешь так долго... Печет, Лея! Ебать, тут вверх, тут печет... А, я ничего не могу сделать с этим. Не трогай, ты не трогай. Кисточкой... У тебя голова горячая. Ну да, потому что реакция идет. Так и надо. Так и надо. Лея, что? Так и надо, но оно будет печь в любом случае. Это потерпеть надо. Подойди, покажи. Да, а можете просто не по шерсти, а против шерсти гладить, а? Какой ну, шерсть, типа, не... блядь, если собака? Ну он тебя гладит до затылка, а типа в обратную сторону. А не надо, блядь, не делай так руками, нам как попал. Пусть Маша... Я аккуратно делаю. Нет, пусть Маша делает. Я вообще переживаю, ты мне ляпаешь нахуй, как будто... Все, прочешите теперь то, что вы там промазали. Соус, блядь. Я сказал, что я правильно делаю. Против шерсти, так у него вон все уже. А ты сейчас подожди, ты сделай сейчас рандомный проборчик и посмотри, раздели на две стороны волосы и посмотри, хорошо там промазано или нет. Да, вот это вот. Еще помассируй длину. Правильно делаешь? Массируй давай нахуй. А, ну конечно, у тебя куски краски прям на голове. Ну-ка, делай, блядь. А что я как уберу? Это Олег сделал. Ты фиг. Блядь, уебище ебаное, лесное, блядь. Пиздец, у меня уже руки трусятся от страха и от того, что хочется это сделать, серьезно. И чё? О боже мой. У тебя куски краски прям на голове. Так, как-то кисточкой. А почему ты не перемешала? Надо перемешать было, чтобы оно однородным было. Нет, в смысле, у него краска прям на... Да все правильно, все правильно, хорошо. Ты смотри, если ты полностью уверена, что ты хорошо длину прокрасила, теперь тебе нужно смешать. Я не уверена. На 3%. Если не уверена, то домаш, проверь. Будем тебя красить? Прочеши. Понятное дело. Садись тогда. Нет, не будем красить. Не будем? Писец, у меня руки трусятся. Давай меня хоть делай, блядь. Я хочу посмотреть, что будет с ним. Вы чё на меня пиздите? Все хорошо, все хорошо. Олег, сколько, не забывай, блядь. На сколько человек вам дали средств? На одного. Они просто светлеют. Ебать. Все, короче, теперь то, что у тебя наболтано, это уже Индианычу, это уже все, это ему поздно, короче, теперь нужно болтать 3%. Болтан, блядь, это вы, это, блядь.
Ну, короче, перемешать 3% надо. Маш, 3%. Маша, смешивай 3%, Маша! Это быстро делается! Это осветление! В другую надо, Маша. В другую, либо эту вылей. Помой и в другую. Ты чё, тварь? Сейчас будет еще больше, когда на корень намажут. Что говоришь? Сейчас будет еще, ну, будет неприятнее, потому что сейчас всё корень. Да не звони мне, блядь, Ирод ёбаный, блядь. А представляешь, если это... Маша, надо смешать другой, и это надо быстро делать. Но слушай, если у тебя есть возможность куда-то это перелить, то пускай она лучше это оставит. Леля! А? Печёт, пизда! Леля! Да, чеши, ну чеши. Чеши, терпи. И засеки уже время. Что, с этого момента уже 30 минут засекаем. Подожди, засечь что? С этого момента уже 30 секунд засекаем. Но это все-таки маловато средств. Пусть она... 30 секунд пусть она... засекаем. Фу, 30 секунд, 30 минут. 30 с минут этого засеки, момента... Блядь, быстро, блядь, быстро! Еблан, с этой секунды она сказала. Желательно. Как надо развалить? В смысле? В смысле? Так она ж как-то развела. Так она ж как-то развела. Ну, один к двум, да, один порошка, да, один порошка, два жидкости, 2-3%. Злой пришёл, пипец, он пришел позлорадствовать, чешу. Все хорошо, блядь, не тебя, я... Маша, давай смешивай. Он говорит, я пойду, блядь, в это... Посмотри на него! Чел, это нормально! Кстати, у вас есть возможность кинуть мне трансляцию все-таки на этот в Дискорде, бать? Вот завтра Леечка приедет, меня профессионально покрасит, разведет мою шевелюру и будет все супер. Лея, привет. Так ты хочешь с цветом ходить, а он нет. Похуй мне вообще. В смысле, а что, покраситесь мыть завтра, что ли? Нет, как завтра, блядь. Ну что, ты любишь меня? Бля. Вадь, у тебя есть возможность что? Расширить мне в Дискорде, чтобы я видела это в реальном времени, чтобы если что, я могла поправить, потому что я вижу с большой задержкой, не? Смотри, давай я сделаю. А вот теперь Дискорде, смотри, все корни маш. Ну вот теперь все корни маш. Начинай с затылка там, где зад. Маша, размешивай не этой стороной, а другой, о которой мазать будешь. Нормально она мешает. Я уже почти все размешала. Как яйцо. Сейчас ты должна взбивать, как яйцо. Поняла? Она уже вроде размешана. Не вроде, той палочкой так нельзя размешать. Нормально размешивать. Типа по стеночкам, знаешь, как тесто, по стеночкам вокруг. Я кисточкой мешаю. Ну да, да, кисточкой по стеночкам взяла, поболтала. Да, ты говоришь, вроде не это надо. Заебись, слышишь, выглядит как яйцо. Камеру тебе включили. А, включили, все. Просто я ж вижу не в реальном времени, поэтому мне, ну, типа, сложно. Я, кстати, могу а что включили? Нет, не включили. А вот и нет. Могу Дискорд вывести кусочек. А хотите? Бошку нагни. А, я, ну, типа, а, все. О, все, я вижу. Все, вижу. Слышишь, можешь включить ребятам чат? Хотите включить Дискорд? Нет, ты не будешь вставать. Я могу это сделать. Захватить Дискорд. Уберите, пожалуйста, Джерри отсюда. Захватить Дискорд. Так ли я у нее в нашем ОБСе камеру включила? Нет, Индианыча. А, Индианыча? Индианыч, да, хорошо. Индианыч захвати. Хорошо, брат. Кстати, микрофон очень тихо слышно. Как так сделать? На стриме. Да? Да. 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 Индианыч, Джерри, алло. Подожди, Пися. Это режим студии. Бля, я же забыл, что у тебя. Режим студии. Индианыч, чё там, проблемы? Пипец. В смысле, там не 3, а 6? Да. Подожди, не, подожди, не знаю, Маша! Брат, всё нормально. Чё? Маша, ты что, опять 6% замешала? Нет, 3. 3? Фу, чё вы меня пугаете? В смысле, мне пишут, что ты 6 мешаешь сейчас. Нет, 3, всё хорошо. Точно 3? Да. Так, снизу начинаешь, да, и хорошо промазывай я все волосы, которые там есть. Да. Корни можно трогать, мне не страшно. Сейчас вот все. Вот только так. Подожди, ты сейчас корни трогай, корни мажь. Да, то есть не то, что ты уже помазала, а именно корни мажь. Еще хорошо, еще лучше, да, промажь там. Фу, боже мой, что я так переживаю-то, а? Нормально сейчас? Нормально.
наверное, это же не женский волос. Да какая разница? Ну, типа, не хочется, чтобы он, типа, без волос остался. Как-то... Не, я очкую. Не. А, ну надо было раньше говорить, да? В смысле? Что не хочешь? Ебать, на операторе чисто. Может, штатив поставишь? Пипец. А есть штатик у тебя? Да, сзади. Сзади штатив, да? Да. Сзади так, Машка. Маша, и хорошо промазывай, хорошо промазывай. Можешь даже промассировать, ну, промазывать да, корни, и можешь даже массировать пальцами, типа втирать. Ты втирать, да. Массируй. Пизда. Фух. Ну да. Это же мой штатив, блядь. Ле. Виски промаж. А. Какой шанс, что пизда? Какой шанс, что пизда? А, больше 50. Больше сколько? Чего? Больше 50. Ну, да, она сказала вообще заебись. Да? Но правда, что она сказала? Больше 50. А. Ладно, это нормальный шанс. Давай скажу за сумкой. Я, блядь, в онлайн бинги крафтил, блядь, на 3%. Неделю, блядь, сука, бил на... И крафтил, блядь, третьи винги, нахуй. Да ладно, ничего не случится. Конечно, блядь. Фу. Мне главное себя бы не заморать. Реально, блядь. Тебя бы не заморать, нахуй. Ебать, там... блядь, чисто съемочная бригада, блядь, организовалась такая мимолетная. Ну шо, блядь, смурфик, ебать. Че спиздил свет, а, блядь? За цвет ответишь, нахуй, а? Так я первый красил, ты нихуя, блядь. Завтра я... Мои типы знают, что я первый. Завтра злой будет красить, краситься, пишите ему. У нас цвет спиздил Вавилона. Да, ну, да, давай, давай, брат. Я, знаешь, ты еще ты не докрасился. Ты сейчас будешь лысый. Норм. Ты знаешь, что из-за хуевой покраски ой, волосы... у тебя, если что, уже все в краске. Волосы на... Вы Вадю почему не закрыли? А вам же эту штуку. Лея, ты же но... мне возьмешь все, что надо, вот такое. У положение. Меня уже все есть. У меня уже все есть. Просто давай. Он не стал накидывать. Давай накроем, накроем. Накройте его. Накроем? Но типа, нет, если да. Попадет осветлитель на кофту, это белое пятно гарантировано. Ты с ним уже ничего не да, сделаешь. А если на нос ему попадет, хоть меньше станет немного. Это так не работает. Хотя куда-то меньше, блядь, уже. Зачерни его. Давай ты тоже не пиздец. Реально, бля, а чё он пришёл и выёбывается, слышишь? У тебя, кстати, весь капюшон. Да, весь капюшон залупит, так что нормально. Пец. А воротнички не давали, не? Ладно, блядь. Ну, воротничок не давали? Бля, ебать лампа светит, брат, я ваш. Пиздец, нормально. Я как Иисус. Смотри, я весь сияю. Маш! Да? Ты больше средства бери, больше. Еще ну больше? Ты там намешала так, да, ты так хорошо, да, бери так и прям туда. Прям только вот корень, корень. Корень ему, это и не забывай да? Проборчик делать, не забывай проборчик, о, ты сейчас не... Светлеют. Ну потому что надо быстрее, да, надо сделать Маша, так, чтобы быстрее, оно посветлело быстрее, равномерно, ускоряйся, понимаешь? Маша, не волнуйся. Меня Лея пугает. Да. Не, Лея не пугает. Не-не-не, все окей, да. Просто... Я же говорю, он не да, картина, да. Над этим можно не думать. Ты да, просто бери вот так вот кисточка не, и как забор. Она сказала, что я не картина, я мусор ебаный. Говорит, хуярь просто ногами. А, ну я поэтому и попала и делала. Красава, блядь. И правильно. Почему все не так? Я сказала же другое. Так, тебе надо корни как-то промазать тебе. В смысле корни как-то? Ты корни должна была мазать. Ну я вот тут сейчас буду посерединке, я мазала ему другие. Ты начинай с краю, поняла? А я типа, сейчас, не надо опять. Начинать посередине, это плохая идея. Начинать Маш, посередине. Кажется, не... Я вообще офигенно делаю, поверь. Вот, вот так, да? Просто поверь. Немножечко... Маша, ты косметолог? В смысле? Или кто? Ну, по профессии кто? Я занималась волосами, но не окрашивала. Так я и юрист. Не, да вот так же, смотри. Заебок, чат? Ты меня даже не засудишь, Коль. А ты мне можешь сделать этот ботокс потом? Да, только он не спасет. Ох. Ну они отрастут быстро вообще-то. Волос, пару месяцев и Вадя будет как новенький. Волос. Что? Что? Вадя, это три стрижки. Это быстро. У меня все получается, главное, что он светлеет. Держи. Не, но... Нет, это не главное. Он светлеть будет в любом случае, понимаешь? Тут как бы... Вы засекли время. Нет. Да. Вадя ж попросил. Мы не придержали. Давайте минут 30 и хватит. Я да? Не могу. Да, да, все окей. Мне не сильно надо осветлять, чтобы синий лег. В 37 начал. Да? Да. Ну, нормально ему надо осветлить, чтобы синий лег. Да не можешь не шевелиться.
лица. А на брови давай наебашим. Ебать, я с перепугу литр наебал. На одну бровь. Это самый худший клиент в моей жизни. На одну бровь. Так на одну бровь ебём. А, подождите, надо как-то... Как так сделать? Или ты видишь? О, принцечки. Кстати. 0,37? Что значит 0,37? На первом этаже. Зачем эти очки? О, нет, Артурчик. На первом этаже. На очки не попадёт? Ну, можешь попасть, но не знаю, что он станет. Тихо, я включила турборежим. Ух ты, блядь, нихуя пошла. Давай. Маша, я в тебя верю. Все, ебать, настроили красиво. You can do this! Джерри, что раз такое? Что такое, Джерри? Маша, вот есть какой-то лак или... Да нет, у меня... Так, а можно поближе? Можно поближе показать, что Маша делает? Присыпка есть, присыпка есть. В ванной присыпка. Злой, злой. Зайди в ванную и дай ему присыпку, которую ты мне приносил. Сейчас, подожди, я в тебя не присыпку. Ты челка хуёво покрасил. Дайди нахуй! Дайди нахуй! И, Маш, смотри, когда пробор делаешь, то пробор делай недалеко. Допустим, отступаешь где-то 5 миллиметров. Вот. Сделала пробор и промазала. Злой, блоха, злой. Что? А можешь взять телефон, пожалуйста, вот, сними меня в инсту. Да, блядь, подожди, мне этот блоха атакует, ебучая. Это пенис. Зло, Вадя? Зло, блядь. Да, да. Вопрос к тебе. Ты уже выздоровел? Блядь. Ты уже выздоровел? Ой, возьми его в руки. Он его пугает сам. Ты уже вылечился? Да. Да, да, все? Здоров? Ну все, окей. А то я смотрю, злой там без маски она ходит, написала, а мне завтра к нему ехать. 20 минут. Это девочка. Угу, 20 минут, окей. Злой, сними меня в инсту. Давай. В инсту, стой. Но на самом деле синюю краску можно хоть час держать, там типа все равно. Вот. А вот это то, что делают, там хорошо, уже другое дело. Хорошо, через сколько надо смывать? Добро пожаловать в Инстаграм Эвелона. Сегодня у нас... Не, ну осветляющую там полчаса. Да ты заебал, пенис. Его... Ой, как себя чувствуешь, брат? Как себя чувствуешь? А? Мои соболезнования. Да. Волосам Эвелона. Заливать просто? А что сказал в Инстаграм? Что? А, ну это же Инстаграм. Что такое? Бля. Надеюсь, что у тебя покрасится. Пиздец. Да покрасится. Подожди, а у тебя зеленым отдают волосы. Подожди, а ты уже синим красишь? Я... Нет, не могу. Иди нахуй. Иди нахуй. Что, заебись? Я сейчас так будто хуяна, ты пожалеешь даже. Реально, блядь. Если у него очень заебись, вот я покрашу. А где там Индианыч? Никто не будет красить. Где там Индианыч? Он может мне поближе показать? На штатив-то поставили, но можно мне поближе показать, что там делается? Маш, ты умеешь делать массаж пальцами? Да, подожди, я еще не нанесла все до конца. Я чат нихуя не вижу без очков. Так одень очки. Не, не хочу, чтобы сейчас жидкость. Так, сейчас я еще тебе ёбну прям. Ёбни, мне вообще... Так смотри, старайся, типа, пускать пальцы в волосы, знаешь, типа, как да, внутрь, да, внутрь, пиздец. Туда. Всё хорошо? Вообще охуеть. Как тебе, печёт? Не, ну тебе хорошо, что я тебя трогаю. Вообще пиздец. А, кстати, сейчас должно быть приятно, сейчас должно, кстати, быть приятно. Вообще класс. Потому что оно печёт, и, типа, когда промассируют, то как-то легче. Блин, это нормально, да? А почему он зеленый? Я нормально. Голова просто. Смысл мешать было 3% и 6%, если все равно в 0,42%? Я не знаю. 3% не так сильно, ну, они не такие серьезные, и это не, такое, не так травмоопасно для той же самой так, кожи головы, оно ж печёт. Волосы, да не, нет, ты что ты делаешь? Боже мой. Ну, блядь, как я, нахуй. Я сейчас еще больше... Маша выглядит из тех женщин, которая при... Что? Маша, ты очень выглядишь суровой женщиной. Что? С какой женщиной? Что женщиной? Суровой, говорю. Ты своего мужика вообще не щадишь. Я могу ему сейчас ляпнуть сюда. Что он тебе предлагает? Секс с женщиной? Я говорю, что она суровая. А-а-а. Чё, блядь? Ну, секс с женщиной предлагает. Кстати, можно сейчас ему еще и на лобке осветлить. Че? Что осветлить? Цикала осветлить? На лобке волосы осветлить. А,
Ну, типа, пока краска есть. Злой, иди сюда. Не-не-не, завтра. А ёбни ему так просто по голове по приколу. Не-не, давай бро, ёбни. Не-не, не надо. Не, не надо, не надо, не надо. Не надо. А что ты мне сделаешь, если я тебя сейчас выкину? Он будет в тильте просто. Ты именно что-то мне ничего не сделал. Чего ты кашляешь? Злой, ты можешь взять... Вы можете взять этот телефон со стримом Индианыча и показать чуть-чуть ближе, что покажите, спереди? Покажите, покажи, Индианыч, вот покажи. Телефон возьми. Да там все красиво. Что там по переду? Чат не идет? И что поближе? Бля, ебать ты очкошник, нахуй. Бля... Маловато, маловато. Бля, больше еще? Надо. Больше. Маловато. Посмотри на свою голову. И что, все заебись? Должно быть так, что аж белое. О, да, класс. Вот так вот. Олег, как знаешь, эффект намыленных волос. Я профессионал, это не надо, блядь. Можно и больше... там, где челка, больше у корня промажь. Лея! Ась. Горит. Понимаю. Соболезно. Слушай, тренеру не сказал, что я завтра в зал иду. Слышь, я не иду. Точно, ты же в зал не пойдешь тогда. А почему? Что же не так? А что не так в его волосах? Хотя ладно, я кепку. Не, ну смотря, что сейчас так. Короче, есть вариант, смотри. Кепка, первый вариант, Армани. Больше. Второй вариант, АМГ, Мерседес. Третий вариант, Навыса, нахуй, ёбнись. Сделай, сделайте вопрос в чате. Чё-то там нету, Айс, ты очкошник, да? Ты очкошник. Давай не пизди. Давай, чел, это идеально. Чел, это идеально. А ты же понимаешь, что ты меня отомстишь, когда ты меня будешь красить в розовый? Чел, ты сам. Да, подожди. Я боюсь красить, честно. Не-не-не, да, ты не перекладывай. У тебя получается. Ты очковал. Нет, да мне не надо корни будет красить. Какую кепку мне купить, АМГ или Армани? Фибей. Фибей. У него волосы зеленые. Блядь, чел, клочок волос у него в руках остался только что. Пиздит, они не отрываются даже. Так я вижу еще, она только что выкинула его на. Долбоёб, я же вижу все. Ты нихуёво видишь. Ты видишь, какой засвет на ебле? Те. На ебле, те. Это бензин, блядь. Коврах маленький, я зара тобой буду есть. АМГ. Зара. Зара. Выбери вариант АМГ. Нет, блядь, бешка. Ой, блядь. Да, окей. У меня, кстати, это Маш, когда... подожди. Маш, важный вопрос. Ты 6% вылила? Да, конечно. Так у меня одна банка. Я тогда не успела, да, сказать, что если есть возможность в какую-то сосудку её... Блядь, долбоёб, ничего не слышно. Окей. Что, надо было? Окей, нет, все окей. Теперь все, что у тебя есть, то, что ты разбавила, ты уже все ему на голову, да? Все ему, да, сделать? Все закинула. Да, все, прям все, что есть, все туда на голову. Прям все, да, вот все прям. У меня проблема, ламба или флера. Я думаю, у тебя не такие проблемы сейчас. Пари-рури. Бля, у тебя сзади волосы вообще не красятся. Все будет окей, он же еще сидеть будет. А спереди уже белый. Да ты не тряси головой. Какой он противный. Все? Слушай, мне кажется, тебе не надо танцевать. Слышишь? Мне кажется, тебе не надо танцевать, Маша. Че, пускай массажируют, нормально. А по времени? Потом надо будет смывать, да? Сколько осталось, кстати, времени? Да. Я не да. знаю, я не всегда. Олег. Окей. 0.37 начали, то бишь у тебя еще есть буквально... 0.3... Нет, нормально. Если 0.37 начали, нормально. Ну, у него спереди светленький, а сзади темный. Да, ну вот ждем, когда сзади немножко, видите, когда посветлеют. Блин. И все будет окей. Я блондин, блядь. Это, пока... это ты, Йосип, нахуй. Просто смотри, если бы ты оставила немного 6% и видела, что по окончанию времени уже не успевается оно светлиться, ты бы немножко на затылок нанесла. А, еще осталось? Да, оксида. Ага. Ну так, по пропорциям-то хоть нормально осталось? Так это не откиснешь, нормально все будет. Не откиснешь. Ты лысый был? Вать, все окей. А сколько, подожди,
Это ты сейчас делаешь мне вот обесвечивание, и потом будешь краску делать, да? Да. Сначала да. Пойдем помоем шампунь. А, кстати, а какую вам краску дали? А? Какую краску дали? Я не знаю. Что? Не, ну какое-то имя, название или просто вам нацедили в баночку? Я не знаю, даже где она лежит. Где краска? Я не хочу сильно висеть. Не знаю. Класс. Подождите, ну, значит, будешь блондином. Вот, там слева, Вадь. Возьми краску. Брат, где? Вот там слева за этим. Вот это? Да. Нет, там то есть должно быть еще. Вон, да, вот. Да-да, 23-70. Не, подожди. Матрикс. А, Матрикс? Что? Окей. А нахуя ты сливался, блядь? Берешь меня пока? Переобувочный. Не знаю, может быть, но у меня нечем уже. И Вадим переобувочный, да? Вадь, как печет, как голова? Нет, ты еще в своем уме? Чат. Не пизда. Вать, как оно? Красота требует жертв, да? Иди покажи. Они видят, вот... Они же сзади видят. Они видят, вон всё. Сец. Ебать ты попуа. Ты такой чисто, знаешь, из... Да ебать ты очкошник, нахуй. Знаешь? У тебя руки чистые? Ты из короля... Или... Можешь мне волос с рта убрать? Он рили на кого-то похож. Он рили на кого-то похож. Слышишь? Ты как из короля шута. Разбежавшись, парируриран. Вот я был и вот парирури. Чё, кстати, по состоянию на затылке? Нормально уже начинает немножко светлеть? Не вижу. По-моему, нет. А ну, они вообще не светлеют. Алды есть? Напейте, давай больше туда. Ну, давай замешай 6% на остаток. Короля и шута, напейте пару песен. Да? Олег, только пожалуйста, замешай. В пропорции 1:2. Король и шут. А я возьми порошок. Ты пони немножко. Не немножко, а 1:2. Пропорции важны. Да нет, ну порошка немного. Мы же еще этот не налили. 1:2. Да, да, да. Скажи, когда стоп. Я думаю, хватит. И теперь тащим эту бутылку шестеркой. Подожди, ты на глаз знаешь 1:2? Ну, сколько порошка? В смысле, ты так и делала? Да. Хуже не. А я не удивляюсь, что оно не светлеет, слушай. А нам так и сказали, просто разделить на кучки и сыпь. Он все вылил, Лея. Че, это все, что есть? А, бля, Вадим, если честно, мне тебе немножко жалко. Все. У тебя волосы будут одни белые, другие коричневые. И синие. Да, у тебя снизу не светлеет. У тебя снизу не светлеет вообще, надо подзатыльников пару дать, чтобы светлеет. У тебя вот сбоку, короче, черное, да, а все белое. Ну кто знал, что это? Ты будешь градиент, Кентик. Так это задумка. Брат, надо тебя застегнуть. Потому что ты что-то теряешься. Вот я был, и вот меня парирури. Ебать, ты вписался всё в дерьмо, да? Я так же сольюсь, как он, завтра. Да? Да, один ты будешь, дурачок. Так я завтра поеду покрашусь утром. Как блондина? Да. Ебать покрасился, чел, блондина, честно. Нет, это хуйня. Почему? Да, чел, ну блондин, брюнет, черные волосы, это такой дефолт, это как, блядь, ну я не знаю, это full дефолт. Хорошо, я сделаю синий. Сделай зеленый, темно-зеленый, тебе пошел. Ты давай ебало, не... Ну-ка, прикрой. Ты и так уебок, а был вообще как жаба бы, блядь. Покрасься в зеленый, слышишь, Рэк? Темно-синий, брат. Блядь, как же оно печет. Алло, так, Маша, Маша, оно мешается минимум секунд 40. Я и мешала. Для того, чтобы оно растворилось. Так, ну, оно... Ну, это... Оно ну, ладно. Нормально. Ну, вообще, это мешается дольше. Ну, кто знал? Кто знал, Вадим, что ты придёшь? Кто знал? Ебать, ты лысый будешь, брат? Знал. Ебать, ты лысый будешь, ты знаешь? Бля... Я думал, это изи вообще, раз-раз мешал. Я тоже думала, что это легко. Но там же ж люди специально учатся на это все, типа... Нет, нет. Потому что... Но для меня это легко, потому что я это наблюдала. Мама ж дома постоянно работала, и я видела, как она это делала. Для меня это легко, я и постричь могу. Вот. Ну, а типа... Да? Ну да, там процесс такой. Да, там качество не такое пиздатое прям. А, сзади, брат, видишь? А, сзади, реально. Сзади. Все, понял. У тебя ничего не было? Нет. Прошло. Так, не можно снимать, брат. Да, мы брали уже. Бля, так получается, все не осветлится, да?
Да светлится сейчас все. Ну сейчас подождем, подождем. Все, получается? Да, вроде не отваливается? Бля, ну ты рили блондину жевать. Вот обязательно засними его в историю блондином. Это а он сейчас будет желтым. Да, он будет, он не будет фул блондином, он будет желтеньким. Лео, мне сложнее будет? Ничего, я даже не буду. Да, примерно так же. Нормально. Только я буду делать. Зачем проверять? В смысле проверять? Ну рвутся или не рвутся? Ты тоже будешь желтеньким. А? Ты будешь, знаешь, как божье солнышко. Я не была влажной, мы должны рваться. Еще все беленькие уже. В гостях у Эвелона. Сегодня мы обозреваем покраску его прекраснейших волос. Его смешное лицо со вкусом. Он будет сейчас как лев. Он скоро будет блондин, а потом он будет блю. Блю фейс. Поцелуйчик дай, пацаны. Лёнь. Я сегодня активно веду Инстаграм, заливаю туда всякую хуйню. У тебя такое лицо, знаешь, как будто ты Мерседес покупаешь. Хорош. Хорошо было, хорошо. Злой, а ты готов мне соточку уже, кстати? Дядь, так сука ролик набрал? Блин, а я думала, что у меня опять микро выключится. А то, что у него уши все белые, это все равно? Ну они не отвалятся, надеюсь. 310 тысяч за 5 часов. Сейчас я его удалю. Смешно, да? Вообще смешно. 27 тысяч в час. Не, он не соберет. Ой, такие желтые. Ну видишь, он не соберет миллион за неделю. Не получится? Так он за 2. За 2 тоже. Не, за 2 соберет, сука. За 2 не соберет. Ну, завтра, сколько у него будет завтра, мне интересно. Мы за неделю договаривались. Нет, 2, мы договорились за неделю. Я сейчас сторис, сука, найду. А можно мне поближе показать, что там, как там процесс двигается? Не, может, кстати, и на неделю, я не помню. Олег, покажи процесс. Сейчас я найду. Ты на ютубе можешь найти. В смысле на ютубе? Заливали на ютубе. Серьезно? Да, напиши злой, и Вилон поспорили на 100 тысяч. Видно? Да, да, видно, но это пока слабовато, это прям очень слабо. Ну, это нифига не блондин. Так у нас осталось 5 минут. Так она до часа сказала. Пускай больше. А, она сказала, что именно этот порошок можно дольше держать, правильно? Да, она сказала, до часа, что он очень лайтовый. А, ну все, окей. Тогда можно спокойно держать. Ну, Вадя, ну блин, ну тогда пусть держит. А ты уверен, только Вадю что... жалко. Когда она это сказала, что до часу можно жрать? А, подожди. Откат. Маша, ты не то услышала. Это можно полчаса. А вот цветное до часу. Тося, послушай. Ты все перепутала. Послушай. О, боже. А мне как страшно. Ну смотри, если это не даст светлиться, ему придется еще раз осветляться. Одна порция порошка и две порции жидкости. Так. Да. Если у вас есть весы, круто, вы сможете поделить. Если не сможете поделить, то берете просто порошок, делите на две кучки одинаковые. И жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на, ну, пополам, потому что там две порции. Но пропорции, там количество порошка и количество жидкости 1:2. Понятно? Угу. Все, и мажете сразу на все волосы и держите до часу. До часу. Это безымячная пудра, она должна не сильно. Безымячная пудра. Она не светлит вас до белого, вы будете желтого цвета. А. Но этот синий, который я дала тоже туда, он этот желтый перекроет. То есть вы выдерживаете до часу порошок. Все офигенно. До часу. Вы тщательно смываете пару раз. Потом после этого. И тут уже светлеть начали. До часу. Все, хорошо. Все, хорошо. Где? Вот здесь. Да. А зачем ты замазал? Ну ты мне эту хуйню дала, я случайно помазал. На баночку, клади на баночку. Брат, скоро время истекает, надо мыть волосы. Но это, не, все нормально, там до часу держится. Она, видать, безымячная или типа того дала, щадящую, более щадящую форму, потому что поняла, что у вас будет полная трында. Что? Еще? Что трында? Я говорю, мастер... Наперед подумала, что вы будете справляться, ну так себе, и поэтому сделала все окей. Дала вам не очень серьезные препараты, да, чтобы не наделать дело, чудесов. Бать мастер красава, нахуй. Ну? А я буду красить злого как раз серьезными препаратами.
как? Не злой, совсем, держись. А что это за что? Хелен-клян? 20 минут и пиздец. Ну еще 20 минут и, бля, придется парик носить. Не, еще 30 минут есть у нас время. Так что ты будешь делать? Ждать. Будем ждать, пока ты волосы покрасишь. Может, другой цвет? Не, а его можно оставить в таком цвете, Лея? А чего-чего? Его можно в таком цвете оставить на всю жизнь? Блондином? Да. Нет. Ну, пока не отрежешь. Пока что? Ну, а это на 3 стрижки. Ну, это приблизительно 3 стрижки, и все, и он будет такой, как прежде. Час. Ну, максимум 4. Это пиздец. Ну, пиздец, и все. Ну, волосы же растут. Красиво выглядишь, брат. Очень красиво. Да, мне, я не знаю, ну, ты как-то подобрел даже. Белый цвет. Злой, ты завтра будешь, знаешь, как пищать? Он подобрел, потому что у него башка сейчас так раскалывается от того, что оно печет. Бля, если у меня будет печь, я буду плакать. Будет печь. Будешь плакать. Блядь, иногда я даже хотела плакать. Вся. Типа, вся голова печет. Лея, можно так у сделать? У него прям хорошо. Нет. Светлый. Лея, можно так, чтобы не пекло? Я боюсь нет. боли. Да это не нет. боли, это чешется. Че ты палишь, чат? О, и сзади уже белеет. Все, это очень хорошо. Я не хочу, чтобы пекло. Все, все будет а хорошо. Будет печь очень сильно. А ты слился, брат. А мог бы сейчас рядом сидеть и терпеть боль вместе. А я тебе говорила, злой. Я тебе говорила, давай я тебе сегодня покрашу. Ты что сказал? Не, если ты был не трудный. А, реально злой. Я тебе говорил, что тебя сегодня покрасят. Я спрашивала, говорю, давай. Нет, я не мог. Ну, меня ж я на острове. Я на острове был, блядь. Сам стримил остров. Плюс я дела решил. Домой доплыть, да? Что? А сейчас ты что, на острове? Это колесо. Я хуй знает, сломал. Чел сломал, блядь. Он сломал. $3000 машина стоит, ебло. Сломал. Оно не предел. Вот давай друзьям игрушки. В детстве тоже дурачкам давал. У меня были уебаны, которые пиздили модельки. Это вот я такие спиздил... уебаны. Я дал модельки, мы играем, у меня уже 5 моделек нет. Я прихожу к нему домой, это чмо играет моими модельками. И знаешь, что я сделал? Я даже и не вернул ее обратно, потому что посчитал это воровством. Я оставил их. А в Белоруссии, когда я был маленький еще, мне было 3 года. Я там жил в деревне. И у меня было дохуя игрушек, потому что ребята, запишитесь ко мне на окрашивание? Я приехал, типа, такой крутой тип, и типы повзрослее, да, там 7-8 лет, там не 3, они брали мои машинки и закапывали в огороде у себя, прикинь. И я ходил с мамой и откапывал эти машинки и не мог найти. Эти черти просто украли мне половину моих машинок, закапывали в огороде. Ну, это ж не просто. Да, потому что я был слабее. Сейчас пускай мою машину закопают, бля, мне ее нет. Долбоебы, бля. Купите машину, выйдет во двор, она закопана стоит. А еще я помню, я приезжал в Шпирки, село такое, Шпирки, кентам, и мы с ними играли, они сигрались. Говорят, что не будут ко мне записываться на окрашивание. Шутят. Шутят, они да? шутят, конечно, шутят. Да. Короче, я приезжал в Шпирки в село, кентам, да, на великах катались, и я к ним подхожу, говорю, как кенты, как дела, они мне просто отпиздили. И все, без слов, просто дали пизды. Я помню, у меня чел паровозик украл в садике, я его нашел и стулом по голове уебал. Ой, ебать. Скажите, сколько мы уже держим? Ну, уже 32 минуты, да. Ну, у тебя макушка уже белобрысая. Смотри, белобрысая? Да, и волосы в руках остаются. Ну, и не говорил бы об этом. Что, блядь? Меня ну что, еще полчасика, да? Что, держать? Ну, покажите еще поближе, что там. Можно я его не буду массировать? Массировать, можно. Да, печет. Не, просто ему печет, когда ты его трогаешь, он немного отвлекается. И ты его, типа, почухиваешь. У меня откашливается, я же уже почти выздоровел. Почти? Да. Так что норм. Почему мы об этом не знали? Я же уже почти выздоровел. Да не, я здоров, дурачок, это просто кашель обычный. У меня не простуда, нихуя, у меня просто сопли, мне откашливается мокрутыня. Хорошо, да? Что-то ебались, бля, я здоров. О, смотри, ты можешь смотреть, как ты можешь выглядеть лысым. Я, говорит, здоров. Вот так можешь выглядеть. Я просто кашляю, у меня просто горло. Посмотри себя. Не, у меня не болит горло, я просто кашляю и откашливаю, понял? Просто насморк. Ну насморк, да, просто ты воняешь, блядь. А так он не болеет. Не, так я полностью здоров. Все заебись меня. У меня рак почки, блядь. Ну так я здоров, нахуй. Почти выздоровел. Да все супер, я не понимаю, что вы нашли какую-то проблему во мне. Надо бревно в своем мозгу искать. Ну так вот. Все. Иголку?
Не ищи во мне пенис, ищи в себе, блядь. Берут, бери. Тебя орком обзывают. Эльф нахуй. Загримар! О, твой солдат бежит уже. Призвал Педа, слышишь, да? Риксар, бля, Педа призвал уже. Призвал. Ну чё, покажите поближе, чё там, как там? Покажи поближе, Лей. Покажи поближе, чё? Покажи поближе. Это не Вадим, нет, это уже Риксар. Риксар. Мои орки, блядь. О, ебать, Кент. Ну, нормально. Мой воин, блядь. Посмотри. Мой наверх. Воин. Посмотри наверх. Вадя, посмотри наверх. Наверх. Ближе еще. Только смотри, если бы у тебя что еще было там больше... Что видишь, есть, корни плохо... Корни немножко плохо осветляются. Мы на чёлке. Там, где чёлка. Говорю, где чёлка? Корни плохо осветляются. Туда бы еще намазать вот ту вот, там, где 6%. Блядь, ты ебанулся нахуй. Есть еще? Орк. Да, мазюкой, мазюкой. Да, туда мазюкой. Даже вот есть. В тех местах, где хуже осветляется, туда намазюкиваешь шестерку. А ты сказала, что у него корни сожгутся, все будут там мазюкать. Не, ну нормально. Но если плохо осветляется, он же сколько уже просидел. Нормально. Просто что равномерно осветлилось. Он линяет? Просто он длина, он... она может длиннее, ну, быстрее, точнее, орки, дольше. Орки, призываю бета! Вадим! О, что? Аккуратней, пожалуйста. Смотри, чтобы Джерри в красный полез. Да. Покрасим Джерри в синий. Орки, в чате. Он с Морфи будет, слышишь? Нет, над собакой мы издеваться не короче, над мужем можно. Вопрос, чат, нужно решить, блядь, сейчас нахуй. Я орки, я... блядь, или альянс? А какой альянс? Какой альянс есть смайлик? За альянс! Ты очко не лизал себе? Лизал. Лизал очко? Он как это сразу лежит? Слышишь? Какой? А, люди, человечики, короче, или орки? Человечики или орки? Давайте в чате, блядь. Проверяем, нахуй. Ебать, орки ебут, нахуй. Потому что я орк, нахуй. Ма, блядь. Ты тоже орк? Или ты... За альянс! Я призвал Пета себе на помощь. Ты мой Пет, ты мой Грифон. Злой, что за оральные ласки у тебя там? Я ревную. Зараз я буду, блядь. Что скажешь? Так, вот тут волосы мне не нравятся, как торчат, как они не отломили. Что? Ладно. В смысле, что там отломилось? Да я шучу, да я его пугаю просто. Что? Да не, не. Мне почему-то кажется, что я больше боюсь этого, чем он. Держи его. Говорю, мне кажется, что мне страшнее, чем ему. Не, ему пофиг. Он сказал, делай, что хочешь с моими что? Волосами. Да, поэтому я вообще не переживаю. Я знаю, что мне ничего не будет. А что, что-то плохо? Нет, ничего не будет. Я не знаю. А вдруг? Можно бровь мазнуть? Нет, Маш. Ну чуть-чуть. Маш, так я... Так если волосы сидят, то... Нет! Да. Нет, а звучало так, как будто ты, знаешь, как будто ты согласен. Не, Артур не бросит. Ебать, альянс вообще ничего не может, нахуй. Чел, орки... Альянс! Мои подданные. Не, блядь, пизда им нахуй всем, блядь. Кидайте капу прайки, если вы за меня. За мой отряд, так сказать. Не надо ему ничего делать. Я не буду ему ничего делать. Что ты додумаешься, блядь? Не, ну вообще брови вообще должны быть прикольно. Меня во мне. Смотри, сейчас кому ты пошутишь, пошутишь, блядь. Не, я только над Олегом так могу. Вадя, а у тебя борода растет? Не, чуть-чуть. Да усики. Можно было ее покрасить. Короче, у него сзади уже белые волосы есть, а есть не белые. Смотри, капа ебёт. Значит, плохо промазала. Не, там все, все в этой маске, в этом шампуне. У нас еще сколько минут? Еще. В одном месте белые. 15 минут, да? 15. Я призываю тебя. Я еще чувствую мою. Да, где-то так, да, где-то так. А смывать... А у меня есть хороший шампунь. У меня все хорошие. Но у тебя глубокой очистки шампунь или какой? Нет. А какой? Нам сказали пофиг каким. Да? Да. Ну ладно. Ну что, Джей. Только промоешь два раза мылить. Поняла? Промоешь. Два раза намыливать голову.
один раз просто смыть эту всю жижу, потом с шампунем помыть, смыть, и еще раз с шампунем помыть, смыть. Чё нахуй? Орки, блядь. Прайд, разносим их нахуй, этих орков. Альянс этих, сука, ебашим нахуй. Прайд! Прайд, мы за Прайд. Прайд одобряют, кстати. Мы за совместную грязюку. Да, мы за капу Прайд. Да, и мы любим нахуй друг друга. Орков ебаных. Нахую вертел орков. Орки, пошли нахуй. Орки, нахуй идите. Капу Прайд все. Понятно, блядь, мы за капу Прайд, блядь. Олег, это что получается, просто так пришел на халяву голову к нам помыть? Орки съебаемся. А голову ж мыть нельзя, да, Ли? Почему? Чего-чего? Голову можно чего перед нельзя? Покраской мыть? Ну, желательно не мыть. Почему? Ну, потому что все-таки есть какой-то защитный слой на волосах, на коже головы, за счет того, что голова грязная. И тогда не так может и печь, и не так, короче, убивается это все. Кожный покров. Я не могу остановиться. Поэтому желательно с грязной головой приходить на покраску. А, я знаешь, за кого буду? Ты будешь за кап? Я сейчас помыл голову, покрасил, было бы хуёво. А я знаешь, за кого буду? А я буду за мясного боя. Мясники! Мясники! Мидбоя буду я. Чел, ты не заебался проебывать? Blue Trail. Смотри, блядь, в чат, нахуй, как мои литл пенисы, блядь, захватывают. Давай смывать, я уже устала его массировать. Смотри, ну тогда есть. Пусть дай ему расчесочку, пусть себя чешет. Да, пусть себя уголком чешет. Тем. Будешь да. Себя чесать? Блядь, как же оно печет, это пиздец. Дядя, ты как вермишель на вилку намазываешь. Смотри, смотри, блутрейлы сносят нахуй. Ну я хочу орку. Твои орки пососали пенис только. Ладно, что. Ладно, давай я тебя буду чесать, так как будет. Давай. Ты мне тогда сегодня будешь спинку чесать столько же, чтобы я тебе говорю. Да, хорошо. Я быстро соглашается, да? Нет. А он так просто, да? Он так просто. Поверь, ему сейчас а так хреново. Да, ему сейчас так хреново, он сейчас готов на все. Хочешь посмотреть свои старые фотки, свои хуйные прически? Так чисто поностальгировать, брат. Бля, это же все уже, да? По сути. Уже все, уже не вернуть. Только если в коричневый опять покрасить. Да, или на лысо, да. Да, на лысо это же вообще вернуть. Да, ну вернется со временем, отрастет. Почему он не синий? Подождите, у нас долбоёб в комнате. Так а что ты тут делаешь? Надо осветлить, брат, а потом синий. Blue Trails приверёт! Орки сосут мясной пенис, блядь! Ну так вот нахуй. Твой Огримар в рот ебал. Угу. За что Огримар, блядь? Просто ни за что, нахуй. Блядь, как же оно печёт. Тебе помогает, что я тебя чешу? Да, вообще пиздец. Лея! А где мой телефон? Чего? Начала печь еще больше. Походу, всё, понимаю. Да? А, смотри, от 1 до 10, насколько тебе печет сейчас? Если 1 это вообще не печет, а 10 это печет так, что ты терпеть больше не можешь. Ну, 6. Нормально, сиди. Терпи, брат. Злой, завтра ты терпеть будешь. Хотя не так долго. Лея, какие у тебя волосы? У меня? В плане? Покрашены. Да, какой цвет? Лайт розовый. А у тебя тут тоже чешется? Не, естественный какой. Лайт. Блядь, а кто зашел? Да где-то такой, как и вы. Это Лик зашел. Да, я Дима. Покрути чуть-чуть. Снимай брат. Дима. Здравствуй. Здорово, дядя. Жопу, старая рухлядь. Блядь. 100 лет, 100 зим, и ты с этого начал, как? Привет! Димулька, привет! Димулька, приветик! Здорово, Дима, ты здорово. Не хочешь, не? На покраску. Так я же сегодня сказал, что короче, можно короче, чат, Дима покрасить. Сегодня на стриме пизданул, что надо, чтобы все покрасились, поэтому да. Ждем, Дима, когда ты покрасишься. Дима, кстати, мне кажется, что тебе пойдет как раз огненный и красный такой, Дима, либо рыжий. Красный. Вообще я будет Дима, классно. Дима, розовый. Диме синий пойдет. Нет, розовый, нет, розовый, фиолетовый. Рыжий. Или такой рыжий. Серый с оттенком рыжий, красный. А мне кажется, Вадю эльфу можно сделать, посмотрите, как сейчас ушки оттопырены. Что? Ушки оттопырены, говорит. Вот так если оставить, вообще имба. Эльф. Я б тебя Властелин колец взял. Эльфилевая башня. Ты, блядь, фиолетовый, ты нахуй ничего не можешь, блядь. Ты что наезжаешь на него? Я спалил. О, смотри, как... Ты помнишь, что у тебя... Пароль спалил за река? Эвелон Дриэль, получается. Чё, блядь?
переписывается. Blue Travel выиграли. О, как печет, бля. Сделайте голосование. Надо смывать. Он прям что-то ноет много. Ну, если ему болит как шестерка, а не там восьмерка, знаешь, девятка, если он терпеть еще может, то пусть терпит. У тебя как восьмерка уже? Еще? А еще, кстати, да. Вадя, ты на горшка что, очень похож. Смывать? Смывать? Не, подожди, сколько еще осталось? Сколько до конца еще времени? 15 минут. 10 минут? До часа? Не, подожди, да. Может где-то... 15 минут до часа, можно смывать. Ну, можешь еще 5 минуток посидеть? Да, могу, я мужчина, бля, я все. А могу, какой цвет в итоге? Розовенький? Нет. Они отваливаются? А как нет? Они не отвалятся, это визомячная штука. А, ну все. А сколько надо ждать? А сколько надо ждать, чтобы... А у меня тоже отвалится или нет? Нет, у тебя будет, у тебя будет полчаса мучений, злой. У тебя будет полчаса мучений, не час. Но тебе тоже будет не сладко. А у меня могут тоже отвалиться? Могут. А нахуя? В смысле? Ну они не отвалятся, потому что я буду тебя красить. Лея, я правильно понимаю, что волосы мастер? Можно пересушить, и они больше вообще не будут расти? Нет, а нет, кто Диману нет. Будет красить? Они больше не будут расти, если ты лазерку себе на голове Диман, сделаешь. Бля, Диман, пускай Дина покрасит. Реально. А потом приголубит. Но если только яйца на Пасху ей доверю. А я бы лучше не доверяла то на покраску. Знаешь, еще отвалятся. Все-таки волосы-то ну, не так страшно. Блядь, через 15 минут... Знаешь, что он мне сделал сегодня? Он, короче, вешает пробник духов. Говорит, Маша, как их открыть? Я говорю, они уже открыты, надо брызгать. Говорит, они не брызгаются. Поворачивает на меня и в глаз мне брызгает. Ты здесь такой долбоёб, нахуй. Просто вот так сидел, блядь. Да оно не работало, я хуй знает. Ты когда я на Машу направил, то что, на себя работало? В глаз прям. Блядь! 15 минут еще, да? Нет, 5 минут попросили. Где у вас здесь полка? Еще 30 минут. Можно мне поближе, пожалуйста, ситуацию на голове посмотреть? Что? Можно мне поближе ситуацию на голове посмотреть? Олег, ситуацию на голове. Сейчас нужно, Олег. Нужно ситуацию на голове. Да все, они прям белые у него. Ну, желтый, в смысле. Готовый. Ну, это хорошо. Просто, ну, камера стоит, но мне ближе надо. Если мы начнем тему с покраской волос, я думаю, это все кончится татуировками. Маш, это мало. Что? Это мало. Ты видишь корни еще совсем не того? В смысле? Такие же? Нет. Голову наверх подними. Да. Вот тут вот. А, вот тут, да, какой-то не... Ну, там не промазала. Бать, кто тебе такая приходовала? Пизда! Камшот поймал. Это называется... Ты же не в блондинах. Маш, там, где не осветлится, там синий не так возьмется. Ну и пусть. Это будет, знаешь, такой камуфляж называться. Это называется... Сзади вроде все... А сзади покажи. Покажи сзади. Давайте я уберу телефон и просто... Покажи сзади. Бля, тут еще и мой телефон видно, вы что там, ёбнулись? Личку твою считает, что ли? Ну, утром покажи. Нет, все окей. Все окей. Чё такой пизда? Сколько еще? 10 минут? Показываешь? Да, покажите, покажите сзади, 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 сзади. А можно тогда? О, тут хорошо, тут хорошо. Слушай, у тебя там, где 6%, ты намажешь вот те вот места, там, где... Это я 6% уже мажу. Да, вот здесь молодец, хорошо. А там, где у тебя сейчас плешивые такие места, где потемнее, там тоже сейчас кисточкой пройдись. Я уже туда намазала. Вот это вот все надо еще промазать, еще промажь. Еще сверху. Там же есть, осталось еще? Да. Ой, да, блядь, давай. Так печет, пизда. Ты слышал, что ты пишешь? Отвлекайся как-то. Любишь меня, да? А, если у вас есть кто-то, кто может подуть на голову Ваде, то подуйте. Олег. Злой, что ты там просто так сидишь? Подуй. Злой, подуй на меня, блядь. Ну там возьми какую-то тетрадку или книжку или еще что-то там. Алло. И подуй. Выставь лучше камеру нормально. Как ты поставил камеру? Я не выставлял. Какую из? Сбоку поставь, чтобы меня было видно. О, да. И в ней... Бля, нахуй я это пизданул. Вадя, я нашел, как твое имя будет на эльфийском что языке. Что именно, с покраской? Угу.
Хабарон. Не, я лучше, слушай, может... Слушай, походу пора смывать, раз это хреново. Я сомью и сожжем тебе голову. Лея, можно смывать? Лея. Лея вышла из сяда. Пошли смывать, нахуй. А? Пошли смывать. Ой, херно, она пропешена. Ням-ням, о, слышно? Да, все, у меня почему-то снимать. Микрофон вырубается. Плохо, что мы немножко челку всю не докрасили. Вот. Но смотри, если тебе, если тебе уже очень критично, то все, идите смывайте. Вообще пизда. Идем? Вы-то открываете? Давай телефон возьмем. А, да, давай телефон. Бери телефон, вон. Здравствуйте. Маша, два раза намылить. А, ты так, да? Злой, передай, остался, пожалуйста. Я один. Ну и не услышите. А, он сейчас так. Давайте я вам сделаю их побольше, чтобы вы их видели, да? Лея, они ушли, они не слышат. Ага, все поняла. Они моют голову. Злой, мы с тобой наедине? Подожди, но ты меня слышишь, да? На колени орк. Злой, ты меня слышишь? Да, слышу. Скажи ей, чтобы она сначала это смыла, и потом два раза мылила вообще голову. И что два раза? Два раза. Два раза помылить она должна будет. Что надо два раза? Помылить, с мылом два раза, с шампунем помыть. А, с мылом? Да. Лея, ты сможешь, да, у нее какое-то раздражение, слышишь? Волос других, ну да, Маша плохо перемешала. Вижу. Это у него аж кожу, типа? Это нормально, Лея? Ну, все красное. Ну, если это Маша так почесала, то хз. Пусть прохладненькая водичка это делает, чтобы она была не горячая. Что надо? Ох, пусть пусть прохладной водой это делает. Индианыч, разводься в Дискорде, Индианыч! Она... Говорю, пусть прохладной водой это делает, чтобы ему хоть легче было. И микрофон включи, брат! Ой-ой-ой. Писец. Эф, так все. Индианыч, включи микрофон и размуться. Размуться в Дискорде! А это вообще это больно. Тема. Это очень больно. И сделай так, чтобы Лея слышала больно, вас. Да. Лея, а ты челку видела? Подожди, а в какой они цвет тратят? Вас, Лей. А челку-то видела? Ну смотри. Лея, ты момент? Его мой прохладной водой, чтобы ему не так больно было. Поняла? Прохладная водичка его мой. Ебать, у него же там все печет, дети, конечно, ему надо прохладно. Я ебу, блядь, у Люси, блядь. Ой-ой-ой. Я не хочу, чтобы у меня завтра это было. Нет, ну так Маша ж тебя завтра не будет. Ой, а ты завтра красишь? Я буду тебя красить. Злой, ты завтра красишься? Диман! Да, это Дима. Блядь, конечно, типа свадьбе пиздец. Да, Хабарон, я здесь. Ебать кайфует, блядь. Вот попало. Плевывай. Маш, только нормально, челку смывай хорошо. И виски. А камера, Индианыч? И виски пускай. А, подождите, это у меня. Не пропускает. Это у меня, сейчас. Не, у них камера, у них что-то с камерой. Что с камерой, блядь, у него? Ну да, что-то черное. Индианыч! Понятно. Походу ГГ. А я злого не слышу. А я слышу. А, ну сейчас он ничего, блядь, не говорит просто. У него с камерой траблы. Сейчас я исправлю. Давай. Развис? Нет еще. А, у него телефон завис. Охуенно. Вам не громко, когда я ору? Ну, так громковато. Может, там залило просто водой, может, такой. Хабарон? Кто? Хабарон — это на эльфийском языке, Вадя. Кто? Вадим. Да? Да. Злой, а знаешь, как ты будешь на японском языке? Что ли? Знаешь, как ты будешь на японском языке? Как? Окно. Окно? Я знаю, я могу, слышишь, я могу сказать Артура на эльфийском. Сейчас. Ты Европа. Типа, сейчас, секундочку. Сейчас я сделаю красиво. Это просто лучшая штука. Бля. Ну и ракурсы, блин. Пиздец, Маша его всего намочила. Типа, теперь его надо высушить. Сейчас я делаю красиво. Режим студии нужно выключить. А уши у него почему такие мыльные?
Подождите, а в какой цвет его красят? Синий? Я что-то не синий, пойму. Синий, да. Да, синий. Или я что-то не понимаю. Но сначала надо осветлиться. Надо сначала осветлиться, а потом синий. Потому что синий не ляжет на его. Ныряет. Нырок. Вадя, как младенцы моют ванночки. Смотрите, ушки. Ушки. Я вам теперь Света как Джерри. Ля, посмотри, он теперь цвета такого, как Джерри. Вадя, я сейчас уже уйду, но я хочу посмотреть просто, когда ты помоешь. Уходи, не уходи, подержи меня. Молодец, молодец, все, теперь его высушить надо. Теперь надо высушить. Молодец, молодец, охуительно. А подожди, подожди, а из ушей? У него уши еще в ушах мыльные, пусть вытрет там или что там. А, все, ну хорошо. Главное, чтобы там не было... Ебать он! Ебать! Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, он кого-то мне напоминает. Подождите, Витас? Нет, не Витас. Боже. Бля, брат, а тебе идет! О, кстати... Ну, брови немного осветлить надо. Да-да, Алоха, кстати, в натуре. Ля, Джерри тоже орёт просто. Ну, Джерика еще покрасит под замес. Да нет, Джерри и так примерно такого цвета, как Вадя сейчас. Джерри вообще не узнает, кто это. Ты чужой. Ну все, теперь надо высушить. Бля, ебать, ты охуенно выглядишь. Лев, просто лев. Ебать, ты охуенно выглядишь, дядь. А чё у Алоха-то маловато, блядь? Ебать, ты охуенно выглядишь. Они мокрые просто. Да, надо высушить. Он, кстати, если сейчас высушится, он еще светлее будет. Смотри. Ебать, он... Ебать, зачитай рэп. А куда он? Реально сейчас в тему. Ебать, он охуенно выглядит. Правда? Бля, мне нравится его цвет волос. Все, Маша, теперь посуши. Наруто? Ну, не Наруто. Вы что, Лев. Маш. Покрасьте Джерика тоже. Да. Что? Это Ликс. Маш, покрасьте Джерика. Брат, да? И звук. Что? Джерика тоже покрасьте. Да я ничего не слышу. Печати. Хоп-хоп-хоп. Я не умею. Да, а что она не вот слышит? Так, вот так, вот так, вот так. Подожди, вот так, надо сначала вот посушить его. Он должен быть сухой. Да, да, он сухой должен брат, быть. Брат, забирай обратно. Он сейчас еще преобразится, когда высохнет. А? Блин, Джерри у них как будто просто для того, чтобы слизывать сопли. Бля, и... охуеть. Хабарон. Да, 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 она охуенная, дядь. Есть больше ничего? Вадим, Всё, заебись, садись на этот стульчик. Да, кстати, да, он очень на Наруто похож сейчас. А дайте, есть маска на голову нарутовская? И пусть она так, ну, не я сильно печет, чтобы... Злой, меня да, слышно? Заебись. Мне нравится, дядь, ты охуенно выглядишь. Тебе нравится? Ну. Ебать ему охуенно, пиздец. Вот, а вы говорили. Я думала, это сухо. У Вади лицо, как будто ему Маша в лоб феном дует. Я не болею. Ну дай немножко. Чуть-чуть кашель, да, смотри, температура. Ну дай. А так полностью здоров. Бля, дядь, тебе идет пиздец. Вадь, если бы я был девушкой, я бы, наверное, с тобой гулял, честно. Нет. Дай покурить. Ты плюнул. Да. Плюс в чат. Пацаны, какой цвет волос лучше? Его или вот этот? Голосование сделайте. А, ебать, сейчас загорится, блядь. Да, это же Захаров, точно. Пусть Маша немного прохладным дует. Он похож на этого Захарова. Пойдите. Ну дай покурить. Они вообще не слышат нифига с феном. Индианыч. Так дай. Что, Дим, можешь не пытаться. Ну дай. Я не болею. Я не болею. Ну что ты жмешься? Я не болею, брат. Но результат хороший. Результат хороший. А, блядь. Ты на жирафа положишь. Блин, как им сказать? Спамьте в чат.
спамьте в чат им, чтобы они, ну, не такой горячий, не таким горячим воздухом дули. Ну, типа, попрохладней. Маш, слышишь? А? Ты ему не сильно гореть горячим дуй, потому что ему больно, ему ж печет. Говорю, ты ему попрохладней. Что? Попрохладней бери воздух, чтобы его обдувать. Потому что ему больно. Блин, Вадя, цыпленок, смотрите! Просто цыпленок цыпа! Цыпа. Кста, Вадя, может так останешься, не? Нет, синий. Че? Тупо смурфик, одно лицо. Хорошо, что мы делаем? Ну все, теперь бери краску эту. Да тихо! Что мы делаем? Говорю, теперь бери эту краску и теперь все постепенно закрашивай. Можешь начинать снизу. А я могу ее накладывать в миску? Можешь, ну как тебе удобно. Так, ребят, ну просто кисточкой удобней. Да. Ну длину тебе будет удобнее кисточкой наносить. Просто помой кисточку. Ты мой ассистент, поможешь мне банку? Идет? Да. Смотри, тебе, по сути, ты ж не будешь перемешивать, да, краски? Тебе не важно, какой там цвет. Если тебе удобно с миски, то охуеть, туда в миску. Если так, то чистая, так. Чистая, ебать. Она, наверное, знаешь почему? Потому что уже не печет. Уже не печет. Ощущение легкости. Ой, ебать, а что у нас волосы? Как будто сено какое-то. Пиздец. Жесткие? Да, я бы взялся за них. Сухие. Так, а что надо смешивать? Да не-не-не, все нормально. Они сжимы. Не, все окей. Ты похож на... Все окей. Подрогу, у меня тоже как сено. А у тебя? У меня охуенные, только по-моему. Попробуй у меня вот сверху. Ну да, у него такие, как у меня, типа грязные. Ну, в хорошем смысле, блин. А зачем ты достал? Такие, как грязные. А, в смысле? Какая миска? Оставляй цвет. Давай флаг укрой. Давай половину синим. Ебать, аватар, и стрелку посередине. Он как-то подобрел, правда? Пизда. Ты как будто подобрел, дядь. И похудел сразу. Ты свернулся, да, будет что, минус вебка. Ну пока... Лея! Где Лея? Лея! Да, я тут. Ты включил? Да. Заебись все? Ты включил? Да, да, все отлично. Это осталось теперь синий равномерно нанести. И все. И ты герой. Оставляй. Нет, так а не, смотри, ты можешь этот оставить. Синий, я буду синий. Синий. Включи, 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 нормально все. Сейчас. Нажми на дисконт. Да, да, да. Sometimes I got a feeling. Да, дядь, ебать мой хуй. У него были вот такие, стали. Чат! Вот историю сними, брат. Подожди. Чат, а вы кто смотрел? Этот. Ебать ему идет, пиздец. Я бы я не знаю, надо, чтобы ему кто-то отзасал. Что на меня смотришь? Не, рили, охуенно. Не, у меня, кстати, реально волосы хорошие. Типа без дрофлов. Но они нормальные. По ощущениям такие же были? Не. Или так и стали? Они вообще нормальные. Но всегда они были не мягкие. Они, кстати, стали сейчас более послушные. Не, без дрофлов у меня типа норм все. Мне просто краску удавливать и наносить, да? Стоп, а я хотел... Да? Это вот этот, такой... Только смотри, как тебе удобнее. Сначала начинай снизу. Она будет синей. Она желтая, волосы, блядь! Будет синей. Она посильнее. Ну, типа, сначала промазывай виски и все. Сначала что намазывать? Смотри, начинай с самого низа. Вот, и когда ты идешь ближе уже к длине, брат, ты длину прочесывай на низ. Накрой меня чем-то, блядь. Да. Потому что прямой пигмент... Тихо, жди. Я не слышу, затылок? Да, 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 да. Это мой фартук. Да, да. 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 Неси, блядь. Сука, блядь, шашлычник ёбаный. Блядь, я весь замазался.
Блин, они реально офигенные. Ничего не поменялось абсолютно в волосах. Ты поменялся, дядь. Ты стал добрее как-то. Так, давай не пиздим. Ты такой чисто, блядь, знаешь, какой-то лунтик, блядь. Тебе говорят. Лунтик, это ты, сука. Тебе говорят. Это флаг украинский. В смысле, обнови стримеволон. А, ну давайте обновим. Ребята, всем привет. Я немножко покрасился, вот я обесцветился. Попроси злого одеть наушник, тогда только он будет слышать. Мы и так почти ничего не слышим. Тогда он так, только он будет слышать. Так, она начинает синеть. Она начинает синеть. Ну, Маш, Маш. Обильно намазывать. Подожди, она тебе не говорила эту краску ни с какими окислителями, ничего не надо? Ну, не говорила, да? Не. Давай послушаем. Да, блин, начали мазать, давай послушаем. Давай. Давай. Бля, она сразу синий становится. Синюю краску держим 20 минут. Да. С порошком, размешивая с окислителем, на котором написано 6%. Быстрее, она синеет, прямо у меня на глазах. Реально? Да, смотри. Одна порция порошка и две порции. Слушай, а синий и желтый уже дают зеленый. Если у вас есть весы, да. Круто, вы сможете поделить. Если не да, сможете поделить. Мне кажется, ее мало, слышишь? Давай дальше. Все, закончился? Мало, кажется. Ключи, подожди, долбоёб! Это все? То берете просто порошок, делите на две кучки одинаковые. Тихо. И жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на, ну, пополам, потому что там две порции. Но пропорции, там количество порошка и количество жидкости один к двум. Понятно? Все. И мажете сразу на все волосы. И держите до часу. А, ну, это безымянная пудра, она должна не сильно печь. Она не осветлит вас до белого, вы будете желтого цвета. Но так и есть. Этот синий, который я дала тоже туда, он этот желтый перекроет. То есть вы выдерживаете до часу порошок, потом вы его смываете шампунем, хорошенечко, тщательно смываете пару раз. Угу. Потом после этого вы высыхаете. Все. Все. Синюю краску держим 20 минут. Все. Ну, все. Мажем синей краской. Ее очень держим мало. 20 минут. В смысле мало? Ну, я уже почти всю израсходовала, и это только сзади. Она очень густая. Она вот как мед. В смысле? Ну, вот в прямом. Она очень густая. Просто слишком много снизу. Может, ей размазывать нет, надо? Нет, она вот какая. Она очень густая, вот. Она не падает. Подожди, а вам целый тюбик дали или да. Нет? Или там нацедили? В смысле ее мало так? Там тюбик, она сказала, на двоих хватит. Ну посмотри, как она мастит. Ну если на двоих, значит масти так, чтобы типа, ну, равномерно на все, типа, это же. Да, кисточка есть. Мне встанет. Маш, ты просто разделяй. Он оборачивается, там желтый спереди. Да, он уже синее. Я не промажу просто. Промажешь, Маш, не волнуйся, все нормально будет. А эта краска сколько? Ты делится? Просто разделяй. Слышишь? А? Что, 20 минут. Сказали, да? Ну, да, то есть 20. Ну да, вот когда промажет, то 20 минут. А сзади уже время прошло? Да. Пипец. Там точно не надо с окислителем было? Я не знаю, она нам не сказала. Ну, как будто позвони, надо. Лей, позвони ей. Мне кажется, сейчас. Надо, потому что это пипец. А его не осталось? Кого? Нет, окислителя. Мы его вылили. А, нет, есть чуть-чуть вот. Совсем. Лей, позвони ей. Сейчас звоню. У тебя уже сзади все равно нанесено. Будет флаг Украины. Если что, завтра докрашу. О, пипец. Нормально. Так должно быть. Саш, алло. Саш, такой вопрос. По поводу краски. Краска должна быть с окислителем, ее надо смешивать с окислителем? Или нет, саму краску? Да, я думаю, все рассказала. Да, но они что-то не совсем поняли, что надо там, короче. Не-не-не, надо с окислителем. Надо с окислителем, да? Я прислала бутылочку, на которой все на 3. Один к одному. Блин, надо было, наверное, тебе еще мне это все повторить, рассказать. Я могу переслать тебе это. Там все уже поздно. Она не говорила. А, они намазали без окислителя? Угу.
Ну, типа, я просто думала, что там, типа, на корень надо будет 3%. Вот, и они еще смешали порошок с 3%. И 3% уже не осталось. Ну, там окислителя почти нет. Ну, ладно, сейчас что-то будем думать. Может, я завтра дотонирую. Просто это как раз та краска, которая перекрыла им желтый. Желтый, да? Поэтому, ну, то есть я... Что я поняла. Я ему наговорила, угу. И он, видимо, ничего не послушал. Ну, ничего. Да. Ничего. Они сейчас наполовину зеленые, наполовину желтые. Какой ужас, ладно, хорошо. Окей. Хорошо. Да, давай. Хорошо, хорошо. Даже для такой, просто вы... Так, мои котики. Ну да, получается. Что? Ну да. Ну да, получается, да, с окислителем надо было, получается, с 3% надо было, получается. Ну да, получается, ну ничего страшного, ничего страшного. Маш, Маша, Маш. Тройкой? Да, да, с тройкой. Тройка осталась немножко? Ты типа все видовыло, его же на двоих хватит. А то, что уже покрашено, что с этим делать? Ничего, туда еще помажешь. Если что, я завтра приду, дотонирую. Не-не-не, ты смешай окислитель с краской. Это же на глаз. Мне кажется, она другой это. Уже сзади 10 минут прошло. Реально? Ну, завяжи меня. Ты будешь знаешь каким? Никаким нахуй. Я зеленый. Же говорю, поэтому она хреновую мазалась, потому что ее типа, надо... Типа уже 10 назвать. Минут сзади как намазанная, поняла? Я сейчас только намазываю. Ничего страшного, ничего страшного. Я завтра она приду, я могу дотонировать. Ребята, нахуй. Я да, в этом деле не страшно. Блядь. Не страшно. Тихо, не шевелись. Ебать ниндзя же. Реально, я же страшно. А мне надо завтра купить повязку, слышишь? Надо повязку какую? Купить. Так, ну, какую-то вот такую, на лоб. Я буду как ниндзя, один в один. О, все плюс онлайн. Да. Будет слава Украине. Есть слава бустера, есть слава Украине. Да, если что, не страшно. У меня еще плюс тоники есть. У меня есть повязка. Не суть, не важно. Можно будет докрасить. Капец, Вадим, там вообще живой? О, Илюха, привет. Привет, брат! Илюха, здорово! Здорово. А то тебе еще куда-то... Кстати... Илюха, покрасься тоже с нами. Ну, я думал. И только не в экстраординарный цвет. Я думал, либо в пепельный, либо в милироваться. А как тебе цвет грейпфрута? Как тебе... Я говорю, не экстраординарный. А я на самом деле хотел тебя спросить, у тебя же ну, нет аллергии на краски эти всякие? А мне я просто нет. Видел, я видел приколы, типа то, что человек красится, и у них потом башка такая огромная. Вовремя, конечно. В смысле огромная? Ну, короче, типа, ну, поначалу все нормально, типа, все как обычно, а потом башка раздувается. Типа, как будто, я не знаю. А потом отек квинки, ты умираешь. Отек чего? Отек квинки. А ну, короче, сейчас я... Да? А может мне тоже проверить цену или реакцию? Не, у меня нет аллергии. Я свой организм... Лея, сейчас... у меня есть аллергия? Да не ссы, все будет окей, не ссы. Слушай, я в Африке сейчас скину, как это выглядит. Давай, ну, брат. Я скину. Ты ну, вообще короче, аллергик или нет? Можете... Я тоже не аллергик. Можете ну, написать, все. Парни, в это... Я даже это слово выговорить не могу, блядь. В гугле аллергия на краску для волос. Не, у меня ничего нет. Илья, скинь по-братски очек. Да я скинул во фрики, смотри. Слышишь, а если я ему на затылок окислитель немножко нанесу, можно? Ну попробуй. А то у него там вообще не мажется. Там... Ну давай, попробуй. А у тебя есть еще окислитель отдельно, очень да? Очень мало. Ну попробуй. Просто окислителя, блядь. Ну смешать с тем, что уже там есть. Ну там уже почти ничего нет. Блин, он сейчас будет, знаете, голова трава. Долматинец. А в итоге он в какой цвет красится-то? Синий. Ебать, дядь, а что с ебалом? Да, это ну... А с чего ты уверен, что у тебя нет аллергии, кстати? Да мне нет аллергии. Уберите, пожалуйста, отсюда штатив. Мне надо пройти на эту сторону. Ебать, Илья. Интересно, он сам решил, что у него нет аллергии? Бля, ебать забавно было, да? Мне кажется, если была аллергия, то уже бы пошли какие-то реакции, типа отёка. Не, там после покраски. Ваня, вот такое будет, пацаны. Там со временем как-то...
Ну, короче, это. Надеюсь, все нормально будет. Ну, если честно, первый раз слышу вообще про аллергию на покраску. Но я понимаю, что это да, действительно, может быть. Ну, можешь загуглить, там вообще пиздос. Такие приколы. Злой показывает до и после или я что? Я не знаю, нахуя Мазелов вот так сделал, то, что он залил ролик, что он не щепистый, не щепистый, что он залил ролик, что вот-вот сейчас будет, типа. У меня сейчас разбан был, я нихуя не успеваю. Он, типа, прям сделал 2000 лайков, и я выкладываю фит, блядь. Какой фит? Его еще нет, нахуй. Голову на коне. Ебать, у тебя что у тебя сзади зеленый? Я не знаю, а вот там, где кислитель, синий. Да-да, зеленый, потом шаг кислителя там нету. Ебать, он видит, преображается. Посмотрите, как быстро. Главное, что спереди все, знаешь, нормально. Да, а сзади ему не видно. Так. Ладно, ребята, я пойду. Хорошего вам вечера. Давай, Илья, удачи. Брат, напиши мне. Согласуем Наруто и Илья, колду. Не уходи, пожалуйста. Знаешь, есть попугай? А что такое? Да. Я просто заболел, пиздец, мне хуёво. Отвратительно. Корона? Не, просто простуда. Горло болит. Ну давай лечись, побольше теплого питья. Ваня, а что ты хотел? Хотел поддержки. Ваня, я, блядь, за тебя кулачки держу. Я уже на протяжении 31 дня. Ты меня уже заебал, если честно. Смотрите, тут зеленое, тут синее. Ебать. Ебать ты, конечно, будешь, Йосип. Ты тоже себя позвал? Йосип. Нет, тут Розалнида. Он, кстати, задержкой стримит или нет? Спереди тоже зеленый есть. Или ты не знаешь? Чё? Он задержкой стримит или нет? А вот этого я не знаю. Но в Дисе... А время кто-то засекал? Он чувствуется, нет. Будто задержка кстати. Есть. Ну, сзади уже точно прошло. Нет, задержка, да, есть. Зеленый сзади, пусть синее. Оно начинает синеть. Может, болит? Смотри. Ладно, я пойду. Все, да, всем да. Хорошего вечера. Давай, ББ. Но уже не зеленый. Нет. Посмотри, как оно тут сбоку. Ну, оно уже постепенно, я только намазала. Ты сзади намазала тому? Нет, я сейчас снова намазала. С окислителем. До этого было без. Пиздец. Пам-пам-пам. Получается, нас мастер подставила, да? Не получается. Блин, жалко, что она не сказала эту тему. Если мы проебали с зеленым, это будет тильт. Самое забавное, что в чате говорят, что она говорила. Нет. Да нет, они слышали. Она говорила 2-1, а тебе она сказала 1. 2-1 это... Нет, 2-1 это окислитель. Да, включите голосовое, вы услышите, что там такого нет. Зачем? Мы же слушали его. Ну да, мы слушали, там нет. Вон, пишут, говорят, говорила. Да нет, они путают. Путает. Она про пудру говорила, да. Ну смотрите, в любом случае, у меня есть тоники. В любом вот. Случае, мы можно еще добавить знаем тоников. Хорошо парикмахера, который нахуй на лысо пострижет. Это кто ты? Ну, эта сторона у него. Но я бы краску не держала бы дольше, чем... Если бы это был прямой пигмент, там можно хоть и час не сидеть. Зеленые волосы будут. Красиво. Ты хамелеончик. Градиент. А потом будешь говорить, можно я присяду? Постримить, посидеть? Немножко. Он тут прям вообще синий, хороший. Включи, ну дай мне включу. Там можно еще нацедить окислителя или не? А? О, спасибо за фоллоу. Нацедить смотри. Окислителя можно еще, тихо, не? Тихо, смотри. Короче, смотри. Подвеси. Банка с порошком размешивается с окислителем, на котором написано 6%. Порошок. Белая баночка из-под тоника. Да. 1-2. Одна порция порошка и 2 порции жидкости. Если у вас есть весы, круто, вы сможете поделить. Если не сможете поделить, то берете просто порошок, делите на 2 кучки одинаковые, и жидкость, которая в бутылочке, тоже делите на 2, ну, пополам, потому что там 2 порции. Но пропорции, там количество порошка и количество жидкости 1-2. Понятно? Все. И мажете сразу на все волосы. И держите до часу. Это безымячная пудра, она должна не сильно печь. Она не осветлит вас до белого, вы будете желтого цвета. Но этот синий, который я дала тоже туда, он этот желтый перекроет. То есть вы выдерживаете до часу порошок, потом вы его смываете шампунем. Хорошенечко, тщательно смываете пару раз. Потом после этого вы высыхаете.
Все. Все, вот. А где больше это? Не было больше никакого, нет. Никаких этих? А зарядка есть у вас где-то? Высыхаете. Ну, и только зарядка. Как осветлиться сказала, да. Ну, вот. Маша, в спальне зарядка? Ага. Наверное, да. Ага. Возле окна и подушки. У тебя синело? Ну, не страшно. Я тебе окислителем намазала сверху, оно посинело. Ну, отлично. А еще прочеши, кстати, расческой, да. Чтобы оно размешалось. Терпи. Больно? Ну... То, что эти волосы так... И типа на затылке тоже прочеши, чтобы оно там посмешивалось. Ну, слушай, все синеет. Да, и тебя и там, где было зеленое, уже синеет. Правда? Было желтое, стало зеленое, потом стало. Так, 5 минут осталось, да, говорите? Я не знаю, но можно дольше подержать, нет? Выехать? Ну я сейчас к девчонке еду, а потом посмотрим. Ты девчонка, ты видишь? Ебёт, блядь, какой он? Йосип. 160 тысяч у него купил, даже ничего не перепалил, блядь, купил. А я что, такой, блядь, ради денег, ты что ли? Блин, у него как будто голова из пластилина. Да. Выглядит так. На ощупь, наверное, примерно такая же. Да, да, пусть прочесывает, оно тогда равномерно распределится. Да, я таким же буду. Но нет, ты будешь ярче, у тебя просто другая будет немножко краска. Какой ярче, я темнее хочу. Ну, будешь темнее в плане, да. Будешь ярче. Не надо ярче, темнее, темно-синий. Да будешь нормальный. Ай, блядь. Ты теперь блондинка, терпи, это всегда больно. Терпи теперь, терпила. Сиди, терпи. Вот так вот. Давай, терпи, носатый, блядь. Ты думал, все так просто, да, волосы красить? Ты злой, я посмотрю, как завтра ты будешь разговаривать. Нормально. А мы тоже заходим на стрим и будем смеяться над ним. Да, я тебе буду стоять и буду угорать с тебя, как ты, нахуй, чмошник ебаный, блядь. Найди друг, нахуй, хуйло, блядь, не чтобы подержать, где хуйло. Как подержать? Давай подержу тебя. Давай, держу тебя. Ну, спасибо. Давай, брат, держись. Очень легче. Возьми его за быстро. Чё ты сидишь, ебло? Так, 4 минуты сказали еще. Бери его, держи, блядь. Спасибо, девушка. Спасибо, блядь, это секта, блядь, получается. Он как будто рожает. Начинался так один фильм. Да, а потом всех трахали. Писец. Не отпускай. Чё-то мне кажется, что Ваде не понравилось бы, если бы он рожал. Чё ты трусишься? Да нормально, это всего пока. Он трусится реально, блядь. Чё ты трусишься? Куда? Подожди, брат, куда лезем? Блять, я ебу, я утилую. Вернись. Сука, поехали. Злой, что, уже влез в краску? Всё. Поддержка, запиталась поддержка или нет? Вообще, запитался пенис поддержки? Смотри, у него здесь золото как будто. Вау, давай вырежем продадим. Golden Gate, нашли источник. А если плюнуть, останется что-то? Плюнуть? Не. Да. Не, размажешь просто и все. Все, я это все расчесала. Когда смывать? Никогда. Скоро. Скоро. Так, бля, я застал на этот момент, как ты посинеешь. Ух ты, бля, нихуя. Расслабился. Мне голова ушла просто назад, блядь. Вот, теперь нормальная краска, когда мы все мешали. Я и без краски видел, Валю сидела. Оказывается, короче, нам надо было шестеркой всю голову мазать по ее словам. Да, да. Тройка это для краски. Ну, я, в принципе, изначально так и сказала, что это, скорее всего, так. У меня просто система совсем другая будет. Да, ну вот, а ты сказала, что... Да, но я ж ну, немного не знала, как тут. Потому что мне мама дала наоборот шестерку на длину, тройку на корень. Вот, и... Печет, да. Конечно, блядь, и печет. Совсем без амнимачная, амня... Как сказать-то? Амнимачная. А можно смывать? Скоро. А что, печет? Угу. Сильно? Ну так, нормально. Не так сильно, как при осветлении. Чего там при смур? Смурфик? О, кстати, он сейчас под цвет твича, прям рили. Такой. Но уже не голова трава. Уже не зеленая вообще, ты весь синий. Да. Мне кажется, смывать уже можно. Нет. Погоди. 5 минут хотя бы еще. Какие 5 минут еще ебанулось? Смысле? Там зад уже 30 минут, наверное, блядь. Так он был зеленый, а сейчас он только стал синий. Надеюсь, у тебя с ушей сотрется краска. Вот. Бля, ебать оно печет, это пиздец.
Так, чат, скажите, сколько осталось времени? Да нихуя не осталось. Уже? Уже? Пора. 2 минуты? Так кто-то говорит 2 минуты. Так 2 минуты или нет? Две минуты. Прошло только 8 минут. Подожди, прошло только 8 минут, 10 минут еще, чел. Так, знаешь что, Маша? Знаешь, что ты можешь сделать? Там, мне все пишут ноль. Ты можешь взять ватный диск и просто смочить водой и посмотреть одну прядочку. Посмотреть, как прокрасилась, поняла? Промыть водичкой. Типа, совсем одну прядочку. Тяжело у него одну прядочку взять, где-то надо... Ну, там, где самые длинные волосы, просто возьми. Поняла? И немножко салфеткой, либо протри, чтобы впиталась краска, посмотреть. Как что там? Чем? Блять. Блин, Эвалон сейчас выглядит тупо как мой бро. Как так? Я не знаю, что такая схожесть. Отвечаю. Один в один. А. Это тебе надо намочить. Да все, уже пускай идет, смывает. Все, смывать не? Уже. Смывать? Ну давай, ну сначала попробуй этой салфеткой, если ты уже взяла. Блядь, мне кажется, это взяла салфетку, сижу с этой краской, это пиздец. Ну все, идите тогда, смывайтесь. Вот эту прядку, мой ее. Мой? Только не влезь своей кофтой. Блядь, ебаная нахуй уебище, блядь, безрукая. Ну че? Прокрасилась? Да, да прокрасилась. Да, блин, если Индианыч сейчас влезет в голову, то это все, это писец его кофте. Все, пойдем. Да, все, идите мыть. Брать камеру? Да, конечно, конечно, бери, брат. Стой, подержи, пожалуйста. Выброси. Жесть. Не могу остановиться. С ванна будет вся. Ой, вырубил стрим случайно, блин. Блин. На колени! Размуться, брат! Кофту, кофту! Может, он может снять куртку свою? Может, пусть снимет куртку? Нет. Пошла грязюка, блядь. Пошла. Он не может снять, да? По кучкам, блин. А там будет? Нет, нет, а вот не знаю, шампунем или нет. Я сейчас спрошу, кстати. Бля, какой-то он уже не синий, не синий, слышишь? Сейчас спрошу. Он уже не синий. А зеленый. Зеленый? Да. Бля. Он будто в зеленке, короче. Бля. Ебать. Ничего страшного. Пизда. Но я сейчас спрошу. Я спрошу. Скажите, что я спрашиваю. Слой. Что? Скажи, что я спрашиваю по поводу, надо шампунь или нет. Пусть пока так мой. Надо шампунем смывать или нет? Я скажу, я спрашиваю. Так они тебя сейчас слышат. Ну, так скажи, пусть сначала так смывает, я сейчас так это уточняю. Слышу. А, все, слышите? Ну все, я сейчас уточняю. Голова трава. Представляю этого водителя за мерсом, блядь. Бля. Да, так это просто я его сорву. Блядь, ты не можешь снять свою куртку? У меня вкладыш. Типы, это пизда. Бля, волосы выпадают. Знаешь, как будто у него вернулся его прежний цвет. Да хватит его пугать. Вадя, волос нет. Блин, это не парень, пугать. Блин, спасибо, что меня намочило. Блин, она не отвечает. Она, наверное, занята давай сейчас. Она уже все. Ну давай. Да, у тебя кончики, кстати, синие. Возьми, не знаю, как тебе перья промыть. Смотрите, вот так. Я не знаю, где тебя. Да. Бля. Ну, что могу сказать? Ну, пусть шампунем уже смоет, что. Потом дотонируем завтра. Нормально. Да, помой шампунем, давай. Помой шампунем, завтра дотонируем. И это пизда. Да нормально же ты, блин, злой. Вадя. Что получается, заебись?
Да, брат, да. Все охуенно, не нервничай только, все заебись. Заебись. Пусть он до завтра в зеркало не смотрит. Я таким буду. Нет. Ты будешь синим, предположительно. Заебись, да? Да, я так хотел, блядь. Меня завтра это ждет, типы. Пожалуй, сольюсь. Нахуй оно надо, блядь. Пожалуй, сольюсь. Тебе не впервые зло. Пожалуй, сольюсь. Ой, блядь. Тёлка ебаная, блядь. Конечно, сольется, блядь. Что сделать? Что-то оно синее стало опять. Оно опять синее стало. Не, я что, лох сливаться, блядь? Я да, что, не смей зло, сливаться. Блядь? Не смей сливаться, я злой. Я мужчина, блядь. Я должен это сделать, я сказал. Не, ну, ну, а, подожди, подожди, Александра. Да, Сашенька, прости, что отвлекаю, еще один вопрос. Да, еще один, да, еще один вопрос. Да, да ничего страшного, краску надо смывать шампунем, я да? Я сделаю это, да. Блядь. Да, с кондиционером? Чтобы мне это не стоило. Да, брат, можно. Что да? С дискордом? Это синяя краска, она как обычная краска. Ага. Да. Она хорошо перекрывает это. Желтый и будет такой красивый темно-синий. Ага, они хорошо. Они смешали уже чем-то, да? Ну, там остатки были, но, видать, было немножко недостаточно, но посмотрим. Блядь, посмотрим. Синий дискорд лагает. Я посмотрела только что сторис, там какой-то желтый. Ну, это они осветлились, так. Да, желтый течет. Ну, в смысле, да. Это как раз. Да. У Джерри есть собственная да. Лужайка. Вот, ну хорошо. Слышишь, Артур. Да. У тебя же есть телеграм? Да, да. Я просто в своем инстаграме не вижу сообщений этих. Угу, а, хорошо. Бля, это сильно было. Это было сильно, блядь. Это было сильно. Джерри ждет лужайку чисто пописить. Классная вебка. А что? Классная вебка. Джерри, ты ко мне пришел? Зайка. Лужайка твоя готова, писить будешь? И не свалить вверх. Марк, ДС, что? Так мы ж в ДС сидим, брат. Ой. Еба. Так, я снова с вами. Ну смотри, ну немножко я синий. Я не могу, сейчас выведу, брат. Ну синий, нормально. Чё? Синий Вадим, же. Вадим, иди к нам. Еба. Синий же. Нормас! Ебать! Синий, синий! Не смотри в зеркало, не смотри! Боже, я иду учиться на колориста! А сзади как? Хорошо. Сзади волос нет! Да сзади как будто мыши поели! Ну нормас! Нормас! Садись! Приведи его! Он теперь на ниндзю похож! На ниндзю похож! Бля, группа я ниндзя. Тебе это разъем, блядь. Смурчик. Садись, брат. Садись. Все, посушить теперь надо. Только не горячим. Как я выйду? Пожалуйста. Охуенно. Ты охуенно выглядишь. Тебя пиздаться, да? Ебанет? Дядь, это пиздец разъем. Блин. Закрыл глаза. Нормально, нормальный цвет, кстати, получился. Блин. Ай, блядь, горячий, сука, падла, тварь, блядь. Мне кажется, после этого надо запускать Fortnite, брат. Хамелеон. Охуенно. Я везде синий или нет? Ну, нет. Если еще 50 грамм выйдет, то будет везде. Холодней сделай, ебаный ты, сука, по-плавски, блядь. Холоднее, холоднее, блядь. Заебись.
Пиздец. Ну нормально, хорошо получилось. Ну, по крайней мере, сверху хорошо получилось. Окислитель, не окислитель. Раз, прическу сделай два. Себе. Подожди, сделай мне прическу. Какую? Ну просто волосы так. Нормально вот так заложи. Я не умею. Не, ну просто чтобы они не торчали. Вот так, все, заебись. Все, заебок. Открывай, брат. А ну-ка. Ну же. А что вот это? Вот этот момент у меня обычные волосы. Я не зеленый. Да. Ну красиво, красиво же вышло. Ебать, все синее. Да, иди в зеркало еще посмотрись. Ебать ты смуру, дядь. Ну охуенно же, не? Нормас. А кстати, это я себе заберу. Надо повязку покупать. Ебать, я непривычно смотреть на себя. Mm-hmm. Я такой странный, это пиздец. Кажется, светлее тебе лучше шли. Не? Да, мне тоже так что-то кажется. Чтобы если он просто белый был. Желтый? Так оно более дефолтно, типа, знаешь, оно даже... В смысле дефолт? Нет, это не дефолт. Это не дефолт, но это, блядь. Чат, белые или синие? Голосуем. Все, можешь вырубать. Вырубайте что? Ебать. У тебя полотенце на пол валяет. Жёстко. Что это упало? Бля, ёбаный сырник, бля. Капец, мне вообще непривычно. Маша, молодец, спасибо, хоть кто-то это сказал. Молодец. Вообще? Нравится? Я не могу пока вообще понять. Не, ну, ты же хотел... Только... Слушай, ну это типа... Это не на... Это пизда, дядь. Дискорд закрой. Блять. Дискорд закрыть? Ну, типа, в ОБС. Брат, я полечу. Мы тебя сделали синим. Ну, как мы. Маша сделала, конечно же. Давай, брат. Я лечу, офигеть. Лечу я... Сегодня. Стоп, а как я буду так ходить? Это как... Вы не поедете все? Как я буду так ходить? Давай. Слышишь? Я уёбываю, вы оставай, ты оставайся, я к девчонке еду. Все, давай, ты типа. Ты можешь, вон, создан поехать. Поддержи, не, нахуй. Что? Поддержи чат, так сказать. Сзади волос нет, не, все четко. А ты сейчас выключаешься, Вадим, сейчас? Да, я сейчас буду выключаться. Оу, Леня, спасибо так, огромное, а что моего кореша покрасила. Леечка, солнышко, спасибо огромное. Очень быстро. Да, Лея, спасибо большое. Мы за 2 часа справились? Бля, что бы было, я если бы не было Леи? Мне просто чисто интересно, блядь. Лучше, я побежал, мне так сухо. Я не знаю, я... Кто у тебя? Такси. Послышалось. Не, ну, кстати, если бы не было Леи, то я бы просто тебе шестерку намазала так же на всю голову и смешала бы тройку с краской. То есть все получилось бы нормально. Ёб твою мать, блядь. Давай, брат, давай. Я к Симку приеду, что приеду. Давай, окей. Пока. Пока, чат. Ребят, вопрос. Сколько Маша заработала? А если будет писать ноль? Сколько Маша заработала денег? Мы, короче, я говорил, что вы будете решать, сколько Маша заработала денег. Только, ну, вменяемую более-менее сумму. Вменяемую. А я вижу ноль, это же неправда. Он хотел синий, он получил синий. Алия стримит? О, может, захостим ее? Она стримила все это время? Да, скорее всего, да. Видишь, да, она стримила, она, скорее всего, пришла к нам со стримом. Ребят, спасибо всем огромное за стрим. Я хотел запостить, ну, я запостю еще в историю. Вот этот уебан, я, конечно, не знаю...
Если честно, как он будет на Игорь Габара, ну вот это вот первый участник Игорь Габара, вот это вот. Он стоит. Уже выбыл на Он уже, блядь, слился нахуй с покраски волос, поэтому я не знаю. А, завтра, короче, завтра утром, где-то примерно, днем, в 2 часа я запущу второго участника Игорь Габара. А, смотрите, получается, Игорь Габара будут, как я предполагаю, это 3 числа. С 3-го, 3 и 4 число мы будем херачиться. Слышишь? Да. Пишет 10к и поцелуй. 10к это один чел подписал, написал, нет, да? Нет, писали 8-10к, а кто писал 15. Все, спасибо вам всем огромное, что вы пришли. Спасибо, что поддержали. Я, как обещал, сказал, что покрашусь, я покрасился. Теперь ждите от злого и от этого, лоха ебучего, блядь. Так а меня еще? Да, ну я не знаю, получится у меня или нет, короче. Мы хотим, чтобы я покрасил Машу, но если честно, очень сильно боюсь, потому что если я запарю у нее с волосами, это будет очень жестко. Все, ребят, всем до завтра. Завтра вас жду всех в 8 часов. Завтра... Блин, что я хотел сделать завтра? Ну, короче, ладно, я расскажу, может, в инсте там или что такое. Все, давайте я Лею рейд дам. Можете написать спасибо большое. Спасибо! Да. Да, можете написать и спасибо большое, потому что она очень жестко помогла нам. Все, и ролик новый идите смотреть. Я вас очень сильно прошу. Кто еще не видел ролик про мою новую машину, я его выложил. Он уже набрал 330 тысяч просмотров. Кто не смотрел, ребят, смотрите. Кто не смотрел, кому интересно, смотрите. Все. Всем. Подожди, а мне надо... А, мне наш трансляцию, у меня же теперь задержка.